Нет. Привет. Ты терпила, то пал? Я терпила. Алё, бля, черти, кто будет общаться достойно? Все? Да мы тут общаемся так достойно. Достойно общаться. Да, это жестко, да, это жестко. Да, это жестко. Бля, Шира, я голос Ширы слышал. Я голос Ширы слышал. Шира, ты тут, алё? Да. Где Шира? Блять. Кто такой стрипнает? Да он. Да, блять, графику на максимум поставить, что-то глаза болят. Я вот там утерпели личный мудал, который совсем соглашается. Мне? Не, не тебе. Двое мне. Че, Андрей, успел прочитать, Андрей? Надеюсь, не особо. В смысле ты? А, окей, все. Че там было, что там было? Нормальная тема. Дайте птичек синих, пожалуйста, кто-нибудь. Да, блядь, купи, у тебя альтины есть. Искренне жалко. Нет, парней. Нет, вот парней больше всех жалко. Тебя на каждого персонажа отправили, блядь. Я пошел. Кто будет троллиться со мной? Кто будет троллиться? Я. Троллиться? Я. Давай, я. Начинай. Слышь, бесик, ты... Ты как скажешь. Все, на этом мы закончили передачу, все, встретимся в следующем. Я знаю, ты такой сас, ты просто тихо. Я знаю, как его оскорбить. Слышь ты, Алия. Ты дурак. Так, придурок. Что бы придумать? Я приеду в Германию. Где вы машину взяли? Ну здесь капляжи тебя изнасилуют. Моего дела. Могу менять. Я тебя прям на нудистском пляже в Германии изнасилую, алё. Безник, я хочу побывать. Ой, я хочу изучить каждый миллиметр. Да, Безник хочет тебя. Я хочу изучить каждый сантиметр твоего тела своим половым органом. Миллиметр. Ну, бывает. Миллиметр своим миллиметром, блин. Ванечка, пример за тобой. А где Безник нет, я не понял. Алло, блядь, я тут нахуй, разъясняй. Мы крысы распускаем, Андрей. В чем твоя проблема заключается, нахуй, излагай речь. Открой ебало свое. Я? Вы, короче, получим предмет военный плащ стремления, нахуй. Все, пошел нахуй. Достижение. Дети джунгли без управления. Вот она, нахуй, блядь. Тузушок, новая версия. Тузушок, блядь. Кто там, блядь, достойно хотел общаться? Алло, блядь, черт, сука. Закрой свои ебало, Безник. Алло, блядь, я не слышу, нахуй. Вова, я купил, короче. Купил что, машину? Птичек. Пошлите гонки на машинах, ебать. Я вызываю вас на гонки. Давай, еще раз. Сбейте меня по-братски на машине все, нахуй. Написал просто. Это хранитель? Саня, еби его, Саня, еби. Саня, хуй. Как разгоняться, Андрей? Стоишь, заводишь, и синька погнала, и ты думаешь, такое все, короче. А почему у меня дискотека включилась? Ями-ями. Ями-ями, блядь. Майами. Все, продолжаем, Андрей, раз ты спамишь, значит и я спамлю, все, погнал. Безник тоже можешь поспамить просто. Мне пишут, прекрати, пожалуйста. Кто будет решиться, да? Ваня. Че за Сталин, нахуй? Че за Сталин, блядь? Дайте Нарика, пожалуйста. Безник, позови Нарика. А Нарик сегодня 13 часов примерно. Позови Нарика. Че, засали, Арбез. Что ли? Кто будет со мной один сейчас, блядь, трещится на... Ваня. Алло, блядь, хуесос. Ваня, братан. Да, он спит, он не зайдет. Климо на жопе. Алло, блядь, хуесосы, че, засали меня? Кто, ну-ка, один на один, блядь, любой, нахуй, выходите. Да они боятся, братан. Они не включали. Слышишь, Саня, ты бы видел реакцию их очка после моего хуя? Там пиздец, реально. Так. Что это такое? Реакция на лучший в мире. Лучший в мире, еще раз. Спасибо большое тебе за такие добрые слова. Это имя. Закрыл рот, чмо. Это что за пи***ть? Фу тебе, блядь. Что это такое? Представься, кто ты такой, блядь. Погнали. Кто такой? Можно контент посмотреть? Тише. Игра 12 плюс. Заткните школьников, мне говорить с ним. Короче, ребята, блядь, вот я сейчас конкретно говорю, блядь. Вы такие хуесосы, блядь, вот ребята. Вань, тебя не слышно, погромче говори. Вы знаете, блядь, то, что если вы вякнете, я вас в очко трахну, блядь. Еще громче. Вы боитесь меня, блядь, малыши, нахуй.
Ну что, как говорится, все. Возбудится? Ну да, возмещается все, Андрей. Так, теперь, короче, покупаем штаны нахуй. Просто, блядь, 10 штанов покупаем. А, зачем штанов? Они нужны? Чтобы фуловый костюм... Чтобы носить штаны. Трать штаны, ебать, на самом. Чтобы твою мать, блядь, в этом костюме трахнуть. О, нормально, я тоже так делаю. Да-да-да, да, нет денег. Я нормально. Сейчас только верх выбил, белый костюм. А почему вот повсюду Жигули катаются? Ты в России, Филик. Подожди, стоп, это сейчас подожди. Кто нахуй сказал? Кто это сейчас сказал? Кто сказал? Я. Кому ты хоть сказал? Так. Манул, блядь, нахуй. Да, представься, да, блядь, как тебя зовут? А, лучше в мире. Вань, поймай кого-нибудь. Сколько тебе находится? Лет? 10-4, я думаю. А твоей матери понравилось, когда я ее ебал, да, или нет? Блин, анимешники такие агрессивные, сори. Ебать ты анимешник, отвечаю. Аниме это круто. Когда пацаны в аниме игру играют, я Жигуль купил. Хорош. Ебать ты анимешник, отвечаю, чистокровный, блядь. Вот при встрече бы тебе с ноги дал. Вова, смотри, сколько народа, короче. Ты все, что ты знаешь, это слова на запас? Блять, короче, ребят, эту помойку закрывают, блядь. Дай мне с этой гнидой поговорить, тише, кто это говорит? Короче, ребят, по факту, эту помойку закрывают, правильно? Правильно. И напоследок я вас трахну, нахуй, всех, кто здесь находится. Короче, смотри, кто 28 на 1 не пойдет в ПВП, автослив, нахуй. Тут ПВЕшников нету, ПВЕшников все ебут. У меня сколько левел, что делать? Вова. Я. 28-го, короче, 1-1 или автослив, нахуй, понял? 1-1, конечно. 10. 28-го, понял? 1-1. Алло, школьники. Слышь, Саша, ты можешь новый аккаунт создать, взять эти все старше, деньги чем и ты. Потом удалить. И так можешь по КД. Альтены бесконечные. Тут Бодя грустит стоит. В массе все набивал ранг и грустит стал теперь, ебать. Ты ХХшку найди. Кто? Ебал тебя. В снежном хребте все находятся вообще все абсолютно. Ничего, сколды раздают, ебать. Хуя. А мы в Колизее находимся. В Колизее. 400 000, ебать, голд сразу, да? Подожди, кто тебе дал голды? Я сам себе дал голды. Так, я вернулся к вам. Да, ну просто я смотрю в мире. А кто? Горчица орёт. Типа. А, лучше в мире. Да, нет, ну я. Да, говорит, блядь. Ну чё, это заезжено. Ну, эти хромат. Я слышу. Пошлите персонажей качать. Зачем? Вспомним первые сразу. Первые? Чё с сервером? Чё с сервером? О, Warface нормальный. Ема. Блин, Европу ещё качать надо. Вы на Европу пойдёте играть? Черт. Не школьники, почему школьники в ДН не играют? Я тут один, что ли, такой? Да, видимо. Ну да, и что? Ну это же хорошо, значит, ты такой. Нет, подожди, один, ребят, а вы знали, что только хуесосы картавят? Те, кто хуй согласен. Хуй, полностью с ним согласен. Картавит. Просто похлопаю. Значит, по-любому ты хуй сосал, раз ты картавишь. Ну, а кто нет? Разве быть анимешником? Я не картавлю. Значит, мы не сосали, а ты хуй сосал. Заткните шкур, пожалуйста, пока что я не хохнул ей в лицо. Алья, блядь, нахуй, я ощущу каждый сантиметр твоего тела своим хуём. Почему вы меня обижаете? Да я. Это тихо, Саша, пожалуйста. Ты что, меня не узнаёшь? Сейчас всех забанят. Такая, чё за ноунейм, заткните. Пипец, понятно. До свидания. Хочу с вами. Ах. Не узнал. Короче, ребята, блядь, я самый сильный, блядь, игрок, нахуй, Dragon Esti, блядь. Да. Поздравляю всех с закрытием, блядь. Как будто сходка здесь прям вообще. Мишь, хранитель, блядь, поздравляет вас с закрытием. А блядь, да, нормально. С Новым годом. С Новым годом. Гомитяну. Это разве не приемный? Такое ощущение, как будто я на 40к сейчас нахожусь. Блять, блять, я тебе отвечаю, я бы тебе в рот дал, если честно, по факту. Сутишь. Честно, в рот дал. Как вы относитесь к Алексею Навальному? Хантер Бро, сука, смени ник. Кому? Это язык красивый, язык. Себя. Мне? Тебе? Зачем?
где нахуй? Алё, блядь, Ильяс Тураев, нахуй. В смысле, сюда, что ли? А ты чё, Андрей, себе назад ник сменил, да? Чё? Блядь, сын шалавы, сука, я твою мать в жопу хлебал, блядь. Добрый вечер. Алё, блядь, тигр нахуй, блядь, чё, ебана, блядь. Твоя мать будет просто-напросто, блядь, подвергаться нашему члена, блядь. Начинается нахуй. Контент. Я тебе отвечаю, тигр, блядь, слышь, тигр, блядь, я просто-напросто твою мать, блядь, эту парализованную шалаву, блядь, пиздец ногами. Да нет, Света, блядь, или ещё такие же агрессивные, нахуй. О, плюс это, плюс. Короче, ебем тигра, блядь, ебем тигра, тигра, ебем, короче. Че за ноунейм, че за тигра? Ебем, ебем, ебем тигра. Очередной ноунейм. Саша, это в игре? Ебем тигра, короче, Саша, это в игре? Ешь, блядь. Я? Саша, это в игре? Зашел, не поздоровался, блядь. Саша, это в игре? Шавка невоспитанная, блядь. Саша, ты в игре? Я ебу, блядь. Можно Бизник сам с собой разговаривает. Вань, тихо. Меня не слышно. Разогнался, чё. Вань, успокойся, я не слышно. Ладно, Саша, ты в игре? Меня не слышно. Саша, ты в игре? Слышишь, Арни? Я здесь сижу. Можешь спросить у тигра, почему он такой, блядь, не поздоровался с нами? Чё он такой охуевший? Илья, почему ты с нами не поздоровался? Саша, ты ну я вообще-то поздоровался, просто меня перекрикивают. Саша, это нормальная тема. Это нормальная тема, да, у нас. Подождите, ребят, дайте вот минуточку внимания. Ребят, минуточку внимания. Смотри, ты тигр, вот ты зашел, ты должен был сказать, блядь, здорово, уважаемый. Понимаешь? А ты зашел, блядь, неуважение, нихуя, блядь. Я смотрю, ты вообще охуел. Вова, ты немножечко не понимаешь. Ты сидишь и орешь, как... Блядь, я сейчас твое горло хуем разорву. Алло, нахуй, ты, блядь, знаешь, с кем говоришь, долбоёб ебаный. Чему, сука, ебучая, блядь? Полезная. Уважаемый не сказал, блядь. Долбоёб, нахуй. Смотрите, как я его обидел, блядь. Пацана падает, нахуй. Боже, как я скучал по этому, господи, да? Я тоже очень скучал, блядь. Ага, ты по моему хую скучал? Каждая собака. Я говорю, ты скучал по моему хую? Он говорит, да, блядь, скучал, блядь, по хую моему скучал. Алло, Жуля, ты хач, что ли? Пупсик, это хач? Пупсик, это хач? Это Безник. Это Безник, самый знаменитый человек в мире, блядь. Но он хач. Ты сидишь и напрягаешься? Кто хач? Подожди, стоп, кто хач? Кто тебя ебал? Ты. А я тебя ебал? Я говорю, кто тебя ебал? Он говорит, ты. Смотри, получается, тебя хач ебал, да? Я, блядь. Вот же хач тебя в очко ебал, да, по факту? Я ебал. Почему ты блюешься? Нет, я все знаю. Да, блядь, пацану просто нечего сказать. Я его мать перетолил в очко. Персональным голосом ты ебал. Кто изменил мое имя? Так. Вот ты, слышишь, Даун, это что за нет? Профиль, сука. 26 февраля мы все вместе здесь находимся. Ну, почти 20, до 26. Сегодня-то точно все вместе. Завтра, возможно, все уже уйдут, никто сюда больше не зайдет. Меньшинство будет уже. Да все зайдут. Попробовал замутать Безника. Будем скучать по хейту, по всему вообще будем скучать. По ЦП. Было весело за эти 5 лет. По-моему. Ага. 2011. Можно поплакать теперь. Так, заглушись. Это реально тигр или что? Я не понимаю. Да это хуесос. Да, какой нахуй тигр? Я ебал. Блин, Ваня, рот, блядь, Ваня, черт, прекрати, блин, пожалуйста. Да, кусок дерьма, блядь, тигр ваш. Пизглявая шалава, блядь, включил да. Руку, зашел сюда, пацана. Сын шлюхи. Ты замутал букдаун. Твою мать, в жопу ебал. Я могу тебя нормально разговаривать. Ребят, как дела? Харкнув тебя. Нормально. Игру закрывают от души. Жирное дитя Юи. Какой ник. Прекрасно. Ребят, вот игру закрывают. Вы сейчас на Европу идете или куда? ХЗ, наверное. Мы твои хорошие. Да, мы скорее всего на Европу пойдем играть. Наверное. Блядь, Безник замучит, что ли? ПВП на Европе точно плюсанется. Блядь, можно позиции нахуй? Ну, вот там кто-то меня спрашивал, я куда? Я в Терру, в Доте, как бы там обитаю. Дота худшая игра, реально. Ну это да. Ну это кому как. Ну, не всем это интересно, я просто его пошел, потому что, блядь... Хантер, реально, передайте игру, что я его мать ебал, а то он мне лично его поставил. Я хоть уверен в этом, боится, как бы, что они не закроются. Каждый бывший Драгонестер обязан был зайти сегодня в игру. Хантер, братан, даже которого, блядь, в честь того, что закрывают эту помойку, я прошу одолжение, передайте игру, что я его мать в очко ебал. Там все раздали? Всем админки дали? Не админки, а Альтена, короче, дали всякую хуйню. Каждый день, короче, выдавать до 26 февраля будут всякую хрень. Илюха, чисто по-братски, короче, вот Безник прям просит, нахуй, блядь, молится, нахуй, говорит, что ты хуй си, типа, все.
Ты просто у него микроотключил. Нет, я имею в виду тигру, передай, что я ему мать в жопу ебал. Бизник, я знаю, что ты меня слышишь. Пошел нахуй. Это тигр, я собираюсь сраться, я вообще зашел лампово посидеть, поболтать. Ну, мы и собирали так типа. Да, мы так и собирали, но так как, блядь, Драгонесса заменился в худшую сторону, все выебываются. Не, Вов, ты заметил, кто ну просто залетели те, кто типа, ну как бы это, просто не говорят нахуй. Ну а что поделать? Стесняются люди. Саша. Залетели, короче, ёбари мамки тигра на Афина, это тигр, ты мать ебать. Еще 10 раз у меня. Ну что, я фанатка, я очень хотела знать, ты это или нет. Я понял, все, это тигр, да. Спасибо. Как дела, тигр? Алло. Замечательно. У тебя как? Что делать? Хорошо. Что делает? Понятно. Я курю. Куришь? А зачем куришь? Это убивает. Да ты скоро подохнешь. Поэтому Андрей. Тигр, давай. Подохнешь? У меня на руках подыхать будешь, пидорас, блядь. Да, блядь. Ничего, не важно. Ну, повтори. Я попросила тебя возобновить. Кто-то Майнкрафт пойдет, он мне пишет здесь. Вот Майнкрафт на Майнкрафт, кто с ним говорит, кто на Майнкрафт, кто Майнкрафт. Страх, блять, твою гильдию. Страх, гильдия, что за гильдия? Космос, может? А какой смысл его возобновлять? Я долбоёб, который молчит. Андрей, я жду тебя в снежном хребте, около буйвола, или как эту хрень называется. Где мне Жигуль взять? Ребята, где мне Жигуль взять? Давайте вы пойдете. Тебе дали ключик от Жигуля, и тебе нужно сходить либо в Колдрак, либо в Небесный. Нету, в смысле нету. А или есть, я хуй. Есть. Знаю. Короче, иди в Колдрак и подходи к Джессике, которая там. И я смогу на Жигуле кататься. Да, это, она тебе Жигуль продаст за бесплатно. Как в деревне. А что, меня вообще все позвали, сказали, что тут есть Викиби, это правда? Нет. Опять забайтили меня. Пришел раньше. Таня тут нет. Наше дело это просто спамить в мир этим дискордом и все, и люди там залетают. Ага, и люди, блядь, с вашей конфы пишут мне в ЛС, зайди тут в Викибе, а сидит Эфина, и все. Это уже не наши проблемы. Не, Люхов, это мы сейчас своим себе, это рандом. Это рандом чисто, да. Слушайте, вопрос такой, тут вот сидит Тупал и еще один лобоёб, это кто вот? Какой еще один? Который Саша хуй сосед? В Агрла они там пиздели, то есть вот топ-пал пиздел. Мы Саня Хуси. А, это я была. Это Саня Хуси. А, это Саня. Это который на Э, да, какой-то ник? Рандомный ник. Элвуд. Да, да, он. Элвуд. Элвуд, блядь, нахуй он пиздит, я не понимаю. Так, надо... А почти нет. Посмотри. Все-таки игра закрывается, типа, это последний хит, который может быть. Да, это последний хит, и вся типа последний абсолютно. Это не последний хит. Да почему не последний, последний же? Да потому что даже без Драгонеста будет существовать паблик. Да, кстати. Дети. Ну да. Драгонест, как говорится, поразил, на Европе. Драгонест убьет. Да. Школьники. Блять, где наш док? Кто такая призрачная мята? Эл, вот это. Саня. Кто это? Бездник, блядь, хотите хейты, давайте там будем сраться по КД, нахуй. Давайте я хейт создам, и там будем сраться. Хейт как смысл жизни, короче. Можете со мной сраться? Слышь, Жуля, давай я хейт создам, и там будем сраться. Давай я создам. В микрофон, если вы меня не послушаете. Так, начнем. Или РК создам, пусть все в РК заходят и там срутся, а не в чате. Нет, слышь, школьник. Надо бы себе купить малыша. Как дела? Ну так вот. Я фанатка. Бедник будет. Да у всех хорошо тут. Отлично. Игру закрывают отлично. Анимешники все плачут. Кто вот там сидит, бля, говорит, что анимешники тупые нахуй. Что за да? Типа, челик сидит в аниме-игре и говорит, что анимешники тауны, нахуй. Да не, лучше так. Я Одмен. Я Одмен этой хаты, блядь. Все, Андрей, я себе питомца сделал. Это теперь мой котик. У меня тут, Вов, 20 питомцев, нахуй. Надо скрин сделать. Нет, я Одмен. Хантер. Так, вы меня слышите? Почему, блядь, вы меня игнорите, школьники? Что? Мы тебя прекрасно слышим, что ты хочешь нам сказать, мы да тебя нет слушаем. Ребят, постаните в скайпе, постаните тоже в скайпе. Ты уже забыл, то есть. А? Неплохо. Постаните в скайпе. Пошлите приват. Микрофон так противный.
Вот этот вот додик. Тут столько людей в хребте сейчас просто. Вот тут, наверное, самый добрый. Сейчас приду. На Жигулях. На Жигулях катаются, да, по снежному хребту. Типа нормально гонять на Жигульчиках. Скинь меня на Киви, на Жигуль. На облако катаются. Все катаются. Вовчик, Вовчик. Ты где? В хребте? На каком канале? Да, я в хребте на первом канале. Тут народу вообще очень. Ну как? Или вы все знакомы, вот я все, кто в Дискорде. Там у них у моего сервера, то не слетят от такого потока людей. Ага. Это не смешно, шутить про картавых. Зашли только агрессивные. В зомби-пластиковом мире. Зашли тупо хейт челики, нахуй. Не хейтить ты, не нахуй. Не, я вообще в принципе говорю. Я тоже не хейтил. Хейтился, хейтится или будет хейтиться, нахуй. Так, погодите, как бы. Все знакомые лица. Вообще все. Все старики, да. Почему так мало школьников? Я Хантер Брон. Я Хантер Брон. Бизнес. Где Бизнес? Я его размутал, Бизнес. Алло, а представляете? Он меня Ваня, тебя слышно, очень тихо. Очень тихо слышно. Ваня, блядь. Ахмед, так, я добавь звуки, все. Кто сейчас говорит? Представься. Я Ваня. Лучше я в мире. Не представься, я тебе лично дам и все, но. Ваня. Ебать, ты там скрытая угроза лично. Алло, Жуля, блядь, ты там скоро подохнешь от своих наркотиков, отвечаю. Я тебе сейчас конкретно говорю, Руся, на самом деле, мне на тебя похуй, потому что я 100% уверен, что ты умрешь. Ты 5 минут назад рвал глотку ради меня, ты говоришь, что тебе похуй? Подожди. Илюха. Ты не проживешь. Ты возле какого метра живешь? Ты до закрытия умрешь, нахуй. Ты до закрытия Драгонеста умрешь, нахуй. Я уверен в этом. А теперь иди нахуй. Какое метро именно, типа? Первомайская, метро. А, такое, бля, окей. Погугли. Не расслушал, я в курсе, у меня щелковская, типа. Блять, а я и не смогу приехать. Слишком далеко. Я в Питере устрою сходку. Вы чего? Я бы приехал, чтобы ему в рот дать, только я не верю, что он правильно. Ебать на Первомайске, ебать ты близко, блять, пиздец, нахуй. Много таких ситуаций было. Здравствуйте. Здравствуйте, собака Ринсей. Тигра ебем, братан, как обычно. Тигра ебем. Ебать, все обычно. Собаки в конфе, нахуй, здорово. Я да. Симоны. Я тут. Да. Нет, я. Так. То агрессивно, то ты собака, запомни. Я это обычно. Блять, Саша, охуел. Эх, ну а что поделать? Что поделать, да, Андрей? Ничего не поделать. Вот эта игра, короче, вот это, блять. Дима, такой вопрос к себе. Тебе внимания не хватает или чё? А кто Фейс слушает? Понятно. Дауна. Фейс, во. Плюс суши. В мир орём. Сейчас, подожди. Тихо. А где школьники в этой игре? Почему я тут один? Ну, в смысле, я школьница, десяток. Ты не человек, женщина не человек. Ладно, прости. Смотри, нахуя ты в чат пишешь? Давай поговорим. Джалерти. Блять, алкаш ебаный, ты сначала протрезвей нахуй. Бля, я трезвый уже. Так он не пил. Пошел нахуй, пиздобол, блять. Лично. Иншаллах. Из легенды. Саша, я штаны тут за шока выбил. Андрей, поехали покатаемся вдвоем. Штаны из жопа, из жопа, я штаны выбил. Андрей, поехали покатаемся. Посередине у хребта стою, короче, на первом канале. В смысле, пошли в гавани покатаемся, места больше просто. Давай. Как я был сильнейшим паладином, так и остался, так и никто не был. Кстати, Саша. Знаете, что меня больше всего забавляет? Я забыла. Там Фина с Сашей, Саша с Финой. А Ваня сам с собой, да? И так далее. А Бизник там, я там половину. Залучше, блядь. Я не слышала, я не слышала. Две минуты сейчас приду, вы ведь меня все ждете, а так и все. Да, мы тебя ждем, школьник. Мы тебя ждем. А делает. Алло, привет, здрасте. Привет. Здорово. Привет. Чё-то народ добавляется, нужно супер спам сделать. Андрей, готовься к второй волне. У меня руки болят. Слышь ты. Тишина, когда я говорю. Черти, помогите спамить, нахуй, мир, пожалуйста. Да, этим дискордом. Просто сейчас так жесткий просто приток информации будет в чат. Да. А сейчас только бывает игру. Я скажу, короче, когда. А? Потому сейчас что говно игра. Себе. Согласен.
Все, купил птичек. Хотите, я кое-что крутое включу? Нет, не хочу. Нет, я тебя никаких. Я хочу. Давайте, ну пожалуйста, пожалуйста. Нельзя вообще никак. Все, тихо. Ну один раз, пожалуйста. Только быстро, только быстро. Пусть только быстро. Андрей, я слишком добрый. Ну я зовут Хэнти. Ты попал. Хантер Сагмин? Это был... О, это я говорю. Наши многие страдания, все разборки, прощания, все моменты, обещания, как всем поставил. Давайте все вместе послушаем мои треки, так сказать. О, слушай, давай воин, короче. Люха, воин, типа трек. Блядь, лично можно. Воин, пожалуйста. Это правда она, или что, я не пойму. Ведь я уже никто. Сука, это что? Чё за убой? Слышь, нет, я никто. А он тут? Нет. Так, Толик, итак, короче, у всех птички есть, чуваки, у всех птички есть. Да. Готовьте сейчас, короче. Так, все, погнали. Нет. Спамить, все. Нет. Кто такой тигр? Бан, блядь. Я один Андрей спамит. Готовьте спамить, я один Андрей спамит. Энрике, это сволочь, да? Да. Сметанка шоу. Сметанка. Можно скушать монетку? Чё, сука, охуел что ли его сметана шоу называешь? Сыншишь. Закрой рот нахуй, шапка ебаная. Еще раз, блядь, такую хуйню скажешь, я твою мать, блядь, выебу на грудью твоего деда еще раз, блядь. Бля, почему так распыляешься, не понимаю. Тигр пустил вообще вот этот рык, как. Что за дрозд с нами в конфе? Алло, привет, здрасте. Да, здравствуй. Привет, здрасте. Блин, что-то не заходит все равно. Походу все. А чё за паблик, слышите? Парни, Маш, не трахайтесь с парнями. Девушки, не трахайтесь с девушками. Чё? Чё, блядь? Ты чё, охуел? Вранье. Слил. Это там, где типа фоточки жопы там, да, чё-то такое. Да, красиво. Кстати, парни больше не смогут разводить девушек здесь, в Драгонесте. Да, давайте разведём. Вообще, заткнитесь, алё, лохи. Многие телки, да, вот эти вот драгнести, они понимают, что как бы их сольют в любом случае, они все равно продолжали кидать до последнего просто. Сиски? До последнего, да, сражались. Да, уже как полтора там года или два года сливали это все в Дианоны, и типа она об этом знала, там кажется, даже когда-то админа была. Так значит, ну, забавляла чуваков. И в итоге финна все равно кидают. Да. Ебало свое заткни. По новым фотографиям видно, то, что на тех, блядь, была не я. И то, что да, тебе кидали с фейковой фотографии. И то, что тебе... Смотри, дело в том, что ты мне однажды кидала сигну, где там было написано «Тигр». Был. Каким-то там карандашом или... Короче. И в итоге там расположение твоих родинок одно и то же. Опа. Интересно. Не, вы, дурочки, может, заткнете сегодня, нет? А за чё за даун? А чё за гнида сказал? Бьет скулар. Бьет скулар? Миша? Пошёл нахуй, Миша. Да, Миша. Дайте мне аву 13-го клана. Чё тебе дать? Ты в клане 13-го? Так, что, чуваки, кикайте, блядь, всех с гильдии, распускайте гильдию, это должно случиться когда-нибудь. Или вот так, до последнего. Что за гильдия, ребята? Ебать, там Тимофей летает просто нахуй в чате. Ребята. Санёк, чё, не Герубин выводит? Лучшие, майловцы пиздоболы. Всё, понеслась в мерчате, эх. Чё не в мерзну поеду? Ебать, ты чё, реально бьёт скулар? Тебя волнует. Я просто помню, у вас со времён экзорта, он был вроде нормальный. А у меня как в плане? Бля, что-то пипец грустно, да? А тебя на почему-то нормальным не запомнили. Больше всего грустно, что я на сходку, блядь, не выводу, то, что я живу не в Москве. Бля. Это Ваня. Ваня поставил тег 13. Ребят, вы хотите увидеть меня? А что такое 13? Честно. Блин, ну я с вами скину. Я же знаю, что вы хотите. Что мы хотим? Знаешь мои желания? Меня. Да. Нет, ничего, я тебя не хочу. Нет. Вот он я. Нет, я тебя ничего не хочу. Не смешно. Нет, я тебя не хочу. Я геймер. А чё, всё, Фину я задел, короче, она не разговаривает. На дотера. Она ушла? Да. Вот все, кто играет в доту, они похожи на него. Будь здоров. Погодите, а какой был у меня ник в этом? Неважно.
шаверма это. Вот это анимешник, вот это анимешник от скинул. В смысле охуенно, я бы засосал его сразу. Бля, Вов, ты дракона скинул, выйдет нахуй. У меня встал вопрос. Я думал, Андрей уже ревнует, ебать. Чё я прослышал? Говорю, я бы засосал. Засосал бы вон без Кулару, фотку прислал. Да, 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 мне. Просто не, Вов, только тебя. Засосал бы жестко. Я буду уже реально без шуток. Ваня, пошли в троллинги уединимся. У меня вот прикол с такой встал. Почему всякие лохи, тигры, которые не умеют играть в КОФ, пытаются что-то сказать? А я кто сейчас пизданул? Клан 13. Задел, блин. Все, убивай, сейчас поедем. Не, у меня вопрос к этому, да. Просто-напросто спровоцировал лоха на тигре, просто. Хорошо, он не выдерживает натиск. А для того, чтобы личный мод пиздеть, нужно уметь играть. Вы понимаете, он просто вкачанный, перекачанный, он просто-напросто не удерживает давление и лопает. Берскулар, сейчас будет использовать вкачанный, обкачанный, блядь, долбоёб ёбаный. Почему вы такие агрессивные? Почему вы такие агрессивные? Ой, меня какая-то шлюха сняла. Прикиньте, меня сняли, я уехал. А Ильяс, это кавказское имя, Ильяс? Ильяс? Нет, это украинское. Ну-ка, давай, спрашивай. Тураев, фамилия Тураев, блядь. Тургенев. Тураев. Прикинь, Андрей, меня сняли. Меня девочка сняла, короче, и поехала со мной куда-то. 10 лет, да? Нет. Здесь не хватает какого-нибудь Гавгашира Фадиева, нахуй. Для полного счастья, да? Да. Блядь, зачем сейчас это? О, кто играет в Warface? Мы играем. О, нормальный парень. Какую-нибудь виноградку там, какую-нибудь еще кого-нибудь, нахуй. Да не, эти люди, они да, просто... Да, засибы и все, и нормально, в принципе. Сюда не хватает Ардашера, Олежу там каких-нибудь еще... Тупо дедов, короче, кончено. Молодой. Да-да-да. Тигр по кличке Кабан. Что делать, если завтра в школу я ничего не учил? Помогите мне. Бля. Тигр по кличке Жирный. Ханчер. Шо? Ты самый адекватный здесь, помоги мне. Ты что, дурак? Так, он тебе кончить не поможет, я тебе сразу говорю. Ну, я вообще пассив сегодня. У меня нет настроения активного. Сильно, сильно сказано. Безник. Знаешь, пацаны аккаунты сразу продают. Бля, мяку второй. Подожди, Жолик, громче говори, что? Подай. 40-го левел. Громче говори, говори шафт. Говори. Говори, говори. Ничего, смеетесь. Ваня, смешно, блядь. Ваня, Ваня, что говорить? Ваня. Да-да, слушай. Ваня, микро погромче сделай. Что? Ваня, голос погромче, блядь. Блядь, ты сам добавь меня, долбоёб, ты меня потише сделал, из-за этого не слышишь. Добавь мне звук. Трэш-толк. Я тебя не делал потише вообще, ни разу, нахуй. Трэш-толк. Тигр против топала, погнали. Нам было читать молитву. Да он, бля, сразу блядь, разорвется от натиска и давления моего члена. Вы такие агрессивные, дайте вам молитву прочитать. Без него просто попадало. Кто сейчас уже ньюфаги вот эти вот уже маленькие, которые малыши. Бичи всякие на рандомные. Андрей бичами рандомными называет. Я говорю, они маленькие ньюфаги. Вертфуар. Что тебе? Ёбаный даун. Голос нахуй. Опять привлекает внимание жирное. Я ничего не верю, бля, да, что ты Берскулар, пиздец. Да, Проплов. Помнишь, как-то раз я тебе звонил на телефон и спрашивал, в СБ нормально это юзать или нет? Фихтун, да. За мной Андрей бегает постоянно, я так этому рад. Я пока что еще даун, блядь. Ты за мной бегаешь. Где? Ну, залети ко мне на стрим. Чё? У вас стримит? Дайте мне стрим. Ох, ебать, тут стримеры. Дайте стрелочку. Видишь, Андрей? Это ты. Нет, не вижу. Нет, не вижу, бля. Сейчас зайдешь и увидишь себя. Чисто как так, вот ходит, лицо да? Чисто такое же, как у тебя в реале. Точно такое же. Сейчас подожди. Дайте ссылку на экстрим. Бля. Да я там один сижу. И 11 моих ссылок. Да. Такой же он и выкачал. Это Фина, пацан? Где? Да. Вы знаете, с какой ссылки нового? Она тут. Похож, Андрей? Да, один в один вообще. У тебя такое же лицо. Андрей, это с тобой хочу почему-то соло. В смысле?
Ему-то лет. Короче, дамы и господа, желаю всем удачи, бизнес, хуесос. Пошел нахуй. Твою мать трахали, вот. До конца, до конца дерутся. Илюха, на 26-го часа, Илюха. Зачем? Давай, Илюха, 26-го часа залетай, короче, да. Типа поминки Драгонесса будут. Короче, я Чурсика встретил, Чурсик фотку Жули слил, сейчас кину. Жди видос на канале, разоблачение. Фига толпоёбка. Дебилы, подсосы Безника, тоже ждите разоблачения. Все, что я с вами. И короче, слышишь, дис на тебя напишу, понял? Да. Все, уничтожим тебя просто. Илюха, до 26-го давай. Давай, до 26-го, Илья, покеда. Серьезно, прям все это сделай до 26-го? Ну, типа, закрывается сервер 26 числа, февраля. Февраля? Да. Бля, еще месяц, что ли, ёбану? Да. Еще месяц будем тусовать. А может, типа, можешь зайти плюхи получить, типа, там здесь контент и так далее. О, X-Ray, здорово. Салют, короче, подожди. Салава. Как аккаунт сменить, если я через Steam, типа? Через Steam никак нельзя зайти вообще. Или Steam аккаунт сам лично, типа. Не, типа скачал через Steam, зарегил через аккаунт, типа зашел. Ты через Steam никак не зайдешь, вообще никак. Я зашел через Steam. Отдыхай. Можно через Steam зайти, Алёша. Серьезно? Через Steam я зашел, типа, а мне просто нужно сменить. Интересно, будут случаи, как из-за игры люди просто повесятся здесь? Да, я первый буду. Ну, я жду. Чё, как сменить-то? Ну, будь здоров, кто там чихнул, все дела. Так, вот это вот все, Андрей, это мут сразу. Арнис. Я здесь. Ну чё, как сменить-то? Кого сменить тебя? Ну, блядь, через Steam если зайти, как сменить аккаунт? В смысле? Сменить аккаунт, как тебе? Я захожу через Steam. Зайди именно в Steam Apps, папку там Драгонест, короче, и через лаунчер его запусти. Профит. И все, в принципе, все. Типа не через сам Steam, а через папку. Закрывай все, на Европу идут ложки. Да? А чё, типа здесь Драгонест теперь ловить? А я на Корее. Типа последний месяц мы здесь, все, со всеми. Кстати, на Корейке какой кап? 95-й тоже? Я вернулся. Кто? Худший в мире. Худший в мире? Хантер, не обижай меня. Я тебя не обижаю? О! О, пришла. О! Ушла. Микрофон выключил. Что? Не, чё-то... Блин. Чем? Бля. Чаем. Ну чё, X-Ray помогает? Сейчас запробую. Да, блядь, вы заебали писать, мне здесь вообще не приходит. Где школьники, можно спросить? Ты здесь, мы тебя любим. Через Steam DN Launcher, что ли, или чё? Здесь Steam DN Launcher тогда. В смысле, тут Fame.com? Чудная. 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 Тут пишут. Слушай, скажи то, что ты меня любишь на прощание. Нет. Понятно. А тут пишут, что ты танцевал гон. Бля, хуй знает, я зашел. А почему-то здесь людей мало как-то, не особо люди тянутся к общению. Есть тут танцевал гон. Вообще, как на Дискорде все время. А, всем приятно. Я не могу больше ставить. Типа. Не, не заходит, типа вообще не загружает. Чё знаю, кто тебе ВК написал. Через DN Launcher. Это я. Ну, здесь DN Launcher, одна такая синяя иконка и один просто DN Launcher. Синяя? Синяя? В смысле синяя, там у тебя должна быть она такая, друзья, как обычная. Надо пообщаться. Обычного цвета, желтоватого такого. Ну, здесь две иконки. Напишите мне ВК кто-нибудь. DN Launcher называется. Есть Steam DN Launcher, может через Launcher. Смотри. Ты скачал Драгонесс, бери ваш ПКМ, там свойства Драгонесс, да. Ну я зашел в папку, Steam, да. Именно, ну вот. Steam, да. Именно в папку Драгонесс, в саму коренную, и там будет да, у тебя. Да, Драгонесс Хибро. DN Launcher будет, просто DN Launcher, все. Ты его запускаешь, и у тебя должен лаунчер, это самое все. Так, Арниес. Спасибо, Глеб. Я предлагаю вам... Нихуя здесь не загружается. Чего предлагаешь? Блядь, Рен? Андрей, нахуя ты мне пишешь слово хуй голос? Я не знаю, что попросил. Я не могу мне предлагать. И желания никого нет даже. Кто такой Рен Фейк? Ты мне приглашение не скинул.
Привет, да. Какое тебе приглашение скинуть? Ну, блядь, я тогда просила, мне пришлось вручную вводить. Ты понимаешь, мне, блядь, 6 букв пришлось вручную вводить. Что ж такая громкая это, ёпа. А кстати, сделай мне парни, Володя, типа, когда заходишь на сайт, тут просят, короче, юзернейм. Я хуй знаю, какой у меня юзернейм. Так тебе зарегаться нужно, зарегать, я чё. Где именно? Где зарегаться? Чири аккаунт у меня есть, чири аккаунт есть. Принцейко. Чири аккаунт. Ну все, через чири заходишь. Это все очень сложно на самом деле зарегаться. Я нажимаю на логин, у меня выходит типа аккаунт вообще на сайт чири. Слышь, Ваня, Ваня, ты тут. Legacy, hello. Hi. Hello. Hi. 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 Блять, ебало, Саша, ебало. Пошел. Обещник. Ваня, Ваня, тут. Привет, Ася. Можно Ася, вопрос? Просто решил Ринцей кликнуть, чтобы он и по 13. Она долбоёбка. Yeah. Нет, нах ты мне нужен. Чё-то жалко, друга, нас то вообще прям. Да, а прям мне жалко, просто. Блядь, Сашу, который тут... Ладно, не суть. Блядь, хуй знает, короче. Привет, Ася. Ася, здесь Майнкрафт, зачем вы в эту помойку играете? Бля. Есть бы такой Ренсейку, скажите, плиз. Блокаду 3D, знаете вы как? Это мой братан. Я ему выпить. Я просто захожу через Steam, я хуй знает, на какой аккаунт я захожу. Кто со мной в блокаду 3D? И сундук Аргента не могу купить, твою мать. Почему это все за Альтена не забывает? Пас пилич? Это все лов. Жестко. Туда не хочу. Я одно Legacy Газаквами на Гвальчва. Гвальчва, Альшлива. Это на каком? Немецкий. Нихуя себе. Она фанает вас. Какой-то на японский похож, что за? Конечно. Давайте поговорим с Legacy. Немец вот прогрессивно. Кто? Ты? Ты. Ты. Володя. Володька. Я, короче, захожу через Steam, я хуй знает, на чью аккаунт я захожу. Зарегайся в чере еще раз и скачай через инет, а не через Steam, и все, короче. Кто вы в аватаре? Так проще. Кто вы в аватаре? Ой, через инет я качаю, короче, через инет какой-то zip файл. Ой, бля. Все свои вирусов накачаешь. Проще через торрента. А торрента я здесь не вижу. Бля, до 26 февраля просто существует и все. Типа, game download. Здесь нет торрентов. Здесь есть HTTP есть и мультипартс. И хуй знает, где здесь торрент. Хантер, ты анимешник? Нет. Блять, 60-го, да, 70-го капа я был у Насти, короче. Все такие донатеры вообще. А теперь я Андрей, бля. Блять, вот что делать, если я в Дэн задонатил 100 рублей, как мне их вернуть? Я 500 задонатил. Пойти заработать. А это голос Морти или что? Кто картавит? Это Морти? Кейт? Yes. Can you come with me one channel down? I have to ask you something, wait. Это он с кем говорил? Нет. Legacy. Shit, you can't talk there. Нет, он с кем говорит? Мне он говорит. А. Но все равно я завтра в арпе иду, так что ну пошли. Запросы. Лучший мир в мире, это кто? Я на связи. Принять, закрыть. Пойду в любую гильдию, здравствуйте. Legacy, where to go? Where to go? Yes. And I don't know, never mind. Бля, Вова, у Legacy такой голос, вот прям, знаешь, он из Уганды. Легаси. На немецком разговаривает. Легаси. Do you know the way, brother? What? Do you know the way, brother? Yes, I know the way. Legacy. Legacy. Legacy, you can't devour. Legacy. Yes. I have one question. I went for Steam. How can I change my account? You had an account on Europe, right? Yes. You need to. I don't know. Verify it. You need to. What? Verify? Do you know where? Yes. Then. What is it?
Verified, what is it? It means you have to... What does the site say? Can you send me the site? Send me. Okay. Look. Share credits. Что приорал? Так, Вова. А. Б. Понял? Да. Да. Wait, I'm gonna type you. Брада. Уже 11 часов, а мне завтра в школу, что делать? А мне шарагу, бля, ко второй, мне похуй. Прирожденный лидер. I'm asked to enter a username, but I don't know it. О, Маур, ты, бля. Морти. Скажи что-нибудь годное. Врубите гитаристу пальцы. Весь 13-й клан мне доклад ушел. Кто стример? I tried. Дай ссылку, я не нашел. I tried. But... Ну там же много стримеров вообще. Там 4 стримера, Дэнчик. Вот. Так не могу найти тебя из них. Ой, бля. Ты на Твиче или на Ютубе? Я на Ютубе. Бля, это у меня никс. Since when do you have that account? What? Since when do you have that account, Гейт? Вова, смотри, бывает народу, пиздец, все-таки. Да, сегодня народу очень много, да и завтра на тоже будет. Ну блин, не зашел мне один челик, который... Вот типа, девушек дом... разводит, короче, на все вот таких. Можешь ее в Москве, кстати, развести. Это мужик 40 лет. Прикольно, значит так получается. Я тебя развели, походу. Типа, Вова, ни одного челика, которого мы не знаем, вообще ни одного не зашло. I didn't hear. Тупо одни челики из джунглей, нахуй. Wait. Legacy. Бля. Скучно. Does everyone have an account here on Europe? Because then I post this here also. Wait. If you can't retrieve your account in Europe, you have to Все, do this. Все, больше никогда не увидим никого, Андрей. Тут. Типа не зайдем, не увидим Безника здесь, не увидим вообще никого. Даже тебя не увижу здесь. Земля пухом. Главное, меня не увидишь. Рену не вижу, Никиту не вижу, никого я не увижу. Молчание. One second. Legacy. But I can't help Ладно, you with чуваки, your username. Пойду я, короче, давайте. Завтра еще. I tried, but... 500 рублей за донил, все, короче. Вам пришел, все. Здорово, Володь. Кинули мой дискорд. Ты не, не плачь только. Да я плачу, блин. Все прошло. Я преданный фанат. Никита. Мы все фанаты Драгонести. Больше я Никиту не... никогда не увидим, Безника никогда мы не увидим в Драгонести. Никогда смысле, больше. Если мы с тобой на Евро будем играть. Ну ладно, тогда хорошо, тогда все возвращается, все окей. Но Евро все равно закроют потом, рано или поздно. Не, Евро не закроют. Ну, через год, через поступает. Нет, через 2-3 тоже не закроют. Смотри, братан. Люди должны играть до 24 игры, а потом нельзя. Если будешь играть после 24, то ты полебей, как Николаевич. Безик, так тебе чуть-чуть осталось. Мне осталось еще 3 года хуйней страдать. Фу, старпер. Пиздец. Мне сейчас пока что 21. До 24 еще есть. Андрей, тебе нужно в Москве девушку найти себе. Володька. Я Никиту не слышу. Ко мне приедешь. Ты меня любишь, Володь? Да. И где ты нахуй? Я не понял, бля. Много связывает. Видишь, я Никиту люблю, и Андрея люблю, и Безника люблю. Ах ты, шлюха. Да. А что там Настя есть, ее тоже люблю. И Инну люблю, а Ваю я не знаю. А кого больше? Ну тоже люблю. Меня. А кого больше всего? Меня по-любому. А больше всего я люблю себя, конечно же. А на втором месте. Я.
Давай будем распределять любовь по возрастанию, то бишь, кто кого-то дольше всего знает. А, где в рот попал мне? Увернулась, не пизди. Дольше всего тебя, Никита, и Андрея, хотя не знаю, кого дольше даже знаю. Обезник. И Безника тоже. Вот эти три самых, кого я больше всех знаю. Гауна, блин. А как же я? Сука. А Инну я не знаю, с 50-го что ли капа знаю, может. 60-го. Ну мы с тобой на 40-м еще потали. Да, и с Андреем тоже. Андрей был меня помнит с того момента, когда я писал привет. Ага. Молчаливый такой Андрей еще был вообще. Не вдуплял АФК. Ничего, АФКшил постоянно, да. No hate, Вова. Как мы с тобой агрились постоянно. Все в ЗЗ приходят, начинают. Да, вообще, ну а чё? Чё бы? Не, в ЗЗ было нормально. Кстати, я ещё ЗЗ не посетил. Погнали в ЗЗ, надо посетить ЗЗ. Погнали, пойдём. Погнали, поскринимся. Втроём. Да. У меня хомика нет. Хотел себе девушку найти, чисто чтобы выебать её в Драгонесте. А нашёл меня, да, типа? Нашёл Андрея, и всё, и у меня любовь. Пиздец. Вот так вот охотишься за девушками, мать, а находишь друзей. Андрея, да? Андрея, Никита. И все, и мать, да. И Ваню. И Витю. Ну, Ваня против, конечно. Хотя нет, он не против, он наоборот за даже. Вова, и Витя еще. И Витя тоже. Но Витя такой. Агрессивный. Нет. Витя более агрессивный, да, он какой имя? Есть два Витя у нас. Есть, который пассивный Витя. Есть агрессивный. Ты где? Я еду за заставу. Опа. Джессика. На какого мне надо качнуть перса, чтобы мне дали 10 бонус альтов, а? Никакого? Тебе просто нужно завтра. Просто создаешь. Кстати, тихо, вопрос. Можно вопрос? Послушайте. Можно. А что там вообще на приватке, на приватке на Европе? Дают какие-то плюшки там качаться? Да, там до хера плюшки. Там быстро качаться. Там... Ну, скажу, до 95-го, вот начиная с 91-го до 95-го тебе нужно рвать жопу на самом деле уже. Там не рвёшь жопу. С 90-го... Нет, по 95-й, типа. У кого типа персов нет капов, там труд. Ну, первый персов качать. Потом... А вообще, вопрос еще. А вообще, за сколько можно с первого по 95-й? Ну мы с Андреем качались, помнишь, Андрея дрочили? Да, за два дня или за один даже, по-моему, да. Там типа можно без УБ качаться. Только ты опыт получаешь именно с мобов, а не с самого инста в конце. Полура, нихуя себе, он еще живой. А кто это? Чувак, блин, мы не тут стоим, Там холма нет. Там холма нет. Пацан купил аккаунт. Аккаунт купил? Да, он за 1700 рублей купил аккаунт. Хорошее вложение. Деньги. Можно? Вова, иди сюда. Погнали, на камень погнали. Бля, где ты эти штанишки? Бля, штаны проебал. Вот у меня, скажи, у меня топовые, да? Кстати, вначале здесь, ну, когда мы в диско звали, какие-то девчонки заходили прикольные. Понравились. Но они что-то... Смотри, на... как я тебе... Вот я нормальный чип. Смотри, что мне выпало сегодня. Ну. Сейчас найду. Погоди. Короче, сапоги вот эти вот. Эти, которые монаха, понял? Да. Хуясь. Но не монаха этого, короче. Монаха. Ну, короче, ты понял, да. Вова, ты где, блядь? Чёрт нахуй. Смотри, приехали. Куда? На камень здесь нас окружили, блядь, сейчас сбивать будут. На какой камень? Иди сюда. Чёрт поганый. Не, ну прикольно, тут зато эти. Блин, ну холма нет. Это Инна, что ли? А чё ты это, пати вступи к нам тоже. Эх. Жаль, нельзя к дереву подойти, сука, нах. И то правда. Бля. Может ник сменить? Я только что сменил обратно, типа, бля, свайра тоже. У меня тоже, кстати, сельта нет. Лучше Хантер Бро, да? На внатуре, ну типа как начал, так и закончил, блин. Угу. Ну че, тоже закончу. Че, блядь, поставить тащу же. Boys Fiction, ебать. Там здесь... перед камнем. Задонил неделю назад на ник.
с меню на вайр это, короче, и игру закрывать. Да-да-да. Меняю обратно, бля. Реально. Это самое что-то жесткое вообще. Знаешь, что обидно больше всего? Ну? Чекай обвес. А, нихуя. Нормально. Это рофл. Это... Ну, так не шутят, типа. Типа, блять, это Mail.ru, 2 года нет обновления, ха-ха, шутка. Им так разгребать потом придется все до хера. Почему? Ну, типа, все вот эти ресы, все эти херни, тупо вайпнуть проще в серверы, чем этот, просто забрать. Кстати, может они вайпнут его просто? Я не думаю. Нет. Не, они закроют, сказали. Они его закроют, конкретно закроют. Короче, мы не сможем больше зайти, блять. Короче, Mail можно удалять хуям. Честно, Mail.ru очень игры это хуйня на самом деле, лучше не играть в Mail.ru игры. Ну типа они умирают. Ну 5 лет прожил Dragon Age, считай, 5, даже чуть-чуть побольше. Даже без обновы 2 года, короче. Чем-то. Чем ты, бро, встань нормально. 3 года без обновы. Бу, бля, урод какой-то, я все вещи нормальные, короче, просрал. Боже, шикарно. А у меня света не осталось нормального. Блять. Когда он? Тупо когда он? Не, так не могу, нахуй. Я плачу. Пати мне. Тука. В гильду мне, в гильду мне. Что мне Киньте делать? Мне гильдию. Никита, гильдию мне кинь. Переходить на евро. Да на евро, блин, это не киньте мне гильдию, сука. Не могу, не могу. Блин. Я тоже не могу. Бездник, давай. А ты где, бездник, слышь? Ваня, дай мне этого. Ваня, дай мне. Давай к нам, заставу перебегай, заскринимся. Ваня, дай мне права, чтобы я мог приглашать гильдию. Бедай хочешь нормально после. Я к вам. Вова, школьника надень. Вова, школьника надел быстро, блин. Сейчас одену я, молодость вспомню. Блин, а топор, топ-1 топор на сервере. Просто нет ни у кого-то такого топора. Я один с ним, нахуй. Понимаешь, один! Вова, кинь заявку в гильдию, я приму. Я не могу, меня лагает, пиздец. Миша, кнопки нажимай, они мне что-то другое дают. А где у меня? Я, короче, одену даже вот такие серьги, ебать. Давай, короче, ну, типа, школьника надень, что прям, ну, я не знаю, только как дебил, я один стою, блин, без сета нормально, потому что я все просрал. И мне обидно дико. Купи. А, понял. Так, не могу, блин. Можешь новый аккаунт создать, там у тебя также будут. Да, с Хантером. Ну, я хочу именно с персонажем с этим просто. Или ты передать ими, что подарить можно. А сколько еще будет нет, сервер робить? Он принимается на общий аккаунт. 26 февраля. Хантер, он принимается на общий аккаунт, за любой аккаунт примешь, можешь... Давайте встанем напротив солнца, чтобы лицо было красиво. Подождите меня, я сейчас вот приду. Здесь вот. Это еще, это нет, еще. На первый канал. Тут играть. Камни иди. Ну, вот, да, вот так. Сегодня, короче, скринимся. Сегодня, ой, или завтра сеты давать будут, наверное. Подождите меня. Давай-ка за первый каналчик. Уберите. Сука, не кидают мне, прикиньте. Сейчас. Так уж и быть. Желание сбезника, блять, сбылось. Принимайте меня. Я сам хотел, чтобы закрыли эту хуйню, чтобы не играть. Я играл только потому, что она была. Офигенно. Гон на третий, пошли на третий канал. Вы куда именно, снежных ребят или что? Зеленая застава, третий канал. О, блин, ну сейчас. Вова, на третий драпай. На третий? Да. Че, со своих основ жестких? Да. Я на третьем. Я без топора соперника, потому что я, блядь, отдал топор Ваня. Соперника какому-то хую, и он убежал. Серьезно? Да. Он говорил, дай примери там что-то, короче. Я клирику, короче, кому-то дал вроде, и он съебался с топором моим. Вы все где? Где камень, короче? А что ты рейд не создашь? Какой камень? Давайте рейд создадим на 8 человек. Давай на 8. Зачем? Я создам сейчас, подождите. Рейдовая группа. Ой, самолетик слетает. Ой, то есть вы не сможете, да, сейчас пати кинуть? Да, да, мы сможем все тебе сделать. Окей. Все, кинул. Нет, рано. Как рад. Ну, хотя бы умирать, но блядь, не в одиночестве, а с друзьями. Я на третьем канале, вы где? Сейчас, подожди. Ваня, почему мне бедник? О, идет. Блин, у Никиты стресс.
Ой, это красиво. Не то, Безник, не то. Ты о чём? Ну, всё. Всё, теперь ты цзушок, Безник. Безник, да ты посередине. Какой он красивый, ебать. Мы сбоку тебя встанем. Ваня, чё, посередине. Безник, в одеянии, да? Садись посередине. Иншаллах, Драконест. И тачка такая сзади. Уберите котов, плес. Это Рукус, он свой пацан. Только которому мы пиздили, что ли? Берите этих котов. Сейчас я тоже беру. Питомцы. Семья, ну, даунов, тупо семья даунов. Дихейст. Последний раз, в принципе, и все, ебать. Уберите котов. Котов я уберу, Андрей, нахуй. Где мой кот? Как его убрать, кстати, объясните мне. Нажми P, питомцы и отмен. И отстегнуть, нахуй. Отмена? Да. Да, и на тоже убери кота. Давайте напишем. Пока Dragon Nest, ебать. Вот так. Просто все, ебать. Я лечу, блин. Так. А теперь давайте встанем чуть раздельно, чтобы видно было линейки. Я даже титул нахуй уберу свой, блять, обоссанный. Он там мешает Нике. Скрывает. А чё Док Ю не хочет убрать? Уберите титулу. Братан, бог войны нельзя убирать. Да, блядь, меня бесит этот. Да, ладно. Вставай тогда. Да. Просто чтоб Ники видно было, а то... Безник, убери титул, то не видно. У меня все равно видно на моем. Я в конце стою. Ладно, сейчас настрою. Ебать, замолчали, блядь, можно дышать? Мы фоткаемся, дышать нельзя, запрещаю. Тупо запретно. Сейчас, бля, моргну, пиздец. Презервативы 840 рублей. Ники все равно видно в рейде. Ну да, в принципе. На счет 3 давайте, короче. Махнем? Ебало. Да, на счет 3. А че Никита молчит? Никита. 1, 2, 3. Нафига я прибежала? На счет 3, когда я говорю Т, уже двойку жмите на счет на Т. 1, 2, 3. Аутисты, блин. Прикольно. А тут поцелуя нет туда? Гильдия у тебя, Безник, блядь. У вас маленький уровень гильдия? 24-й есть, по-моему, уже 24-й. 5-го и 6-го. А, блядь. Го качать гильдию, чё? Стойте так, пожалуйста, Вань, вернись на место. Вань, пожалуйста, на место. Пожалуйста. Вань, вернись, пожалуйста, на место. Ты где я? Что еще посетим? Может, посетим Снежный Хребет? Там стойте, сфоткаемся. Аза-за нашла вас. Стойте, селфи. Изи. Стойте, селфи. Ты молодец. Стой, я бегу, стой, фак, е. Быстрее вставай, я блин. Давай с нами сфоткаешься. Да ладно. Ты как раз Лоля, ебать, я люблю Лоля. Как Феус, блядь. Моя новая семья. У Дока крылышки настолько... Давайте я вас научу ебать рей-механика. Как можно выебать этого робота? Рей-механика? Это же изи. Слушайте внимательно, слушайте. Я Джаггернаутом прям в этого вылетал. В этого, блядь, в робота нахуй. Смотри, короче, вытаскивайте Лолю с этого, с робота и ебете. Вот так. Андрей, давай поцелуемся, типа. Давай. Сейчас, погоди. Найс, 2G. Блять, вы мешаете. Я с вот этими двумя тянками. С какими? Это два пацана. Два мужика 40 лет. Можно я с вами сфоткаюсь отдельно? Блин. Меня бесит, блядь. Приорал. Ты чё, блядь? Короче, Влад, Лена и Инна. Давайте в мой гарем. Гарем? Я вас буду любить. Давайте в мой гарем. А как же иншаллах? Давайте в это дитя за скриню нормально, пожалуйста. Или сядьте, да, вот сядьте. Типа вообще Ваня удобнее скринить себе, потому что Вова. Вова, ебал это. Бля, дай их все нормально, нахуй, нормально. Так, это, Катя, убери свою кисоньку убери. Ты бошку в ванне протыкаешь.
Он шикарный скрин. Бля, охуенно получилось. Натуре. Реально круто, блядь. ХГ. Бля, охуенно. Реально заскринил, классно получилось. Арни, братан. Я. Помнишь, когда мы были очень молодыми, но в глазах горело пламя у нас? Да. Мы выросли в этой игре, братан. Мы были детьми. Детьми? Мы были реально детьми, и мы тут выросли. Рос Наруто и росли мы, нахуй. Как мы хейтились, братан, как мы мирились. И всему этому придет конец через миссию. Пиздец. Да нет, типа мы на Европу пойдем, как бы конец были. Ну да, мы на Европу пойдем. Хотя да. Так что, Безник, нужно будет учиться по-новому, ебать, играть. Да, я новый класс подожду и за него буду. Пока что Павла качну нового. Новые, нужно новые границы будем открывать. Все, новое будет. Ты хочешь этого качнуть, типа, как его, блядь? Типа темного паладина? Или кого? Нет, я буду обычного? За дарка, я буду за дарка, я буду за дарка, я буду за дарка. Охрана только качу, а не кристалликов. Чё там Никита сел, иди сюда быстро. Я не с вами, мне грустно. Ты чё, даун, блядь? Ты чё, даун, ебать? Сюда иди. Сюда подошел, блядь. Иди ж ты, пойдем мы, блядь. Все, подошлите к Никите, ебать, он тут сидит. Бородач. Я одеваюсь. Вот это авторитет. Вы чё мне? К стопу подошли. Че, похож я на Арни, который был в заставе когда-то, ебать. Арни. Бля, у меня есть скрин, где типа чистый персонаж, первый уровень, короче, все помойка, нах. Надо его найти. Живая легенда, нах. Все живые легенды. Сейчас, подождите. Сейчас стрим перезапущу. Только воспоминаний осталось на стриме. Запустил стрим, все, можно болтать. Все, запустил. Можно плакать. Можно. Я поплачу, как ублюдок. Вот. Реально, вот это последний стрим будет. Без музыки, правда, конечно, меня забанят. В смысле, не, последний 26-го будет, типа, это предпоследний, короче. Давайте все дружно поплачем, чтобы я сделал красивый стрим. Давайте я вперед, а то я что-то опять раком. А давайте потанцуем. Вов, давай это, слышишь, как обычно, короче, этот херню. Давай, на счет три. Никита, гос нам, Никита. На счет три нажмем, вот на счет три, когда я тег говорю, сразу жмите кнопку, давайте. Раз, два, три. Не один ах. Да все нормально было, ты чё? Я подхвачу, я подхвачу. Блять, ладно, подхватите, короче. Разошлись, нах. Лольки, встаньте по бокам баров. Ебать, чем мы занимаемся, короче, спустя 5 лет игры, блядь. Пиздец. Ну а чё, игра закрывается, почему, типа? Ну, да. Хуя, жаль, абсолютно. Уже не собрать Олега, Рину, никого вот этих вот уже, блядь, не играют уже. Не, 11-го можно на сходку поехать их собрать, короче. Они в армии, ебать, один в армии, точно. А Рина? Давайте, короче, отсюда. Тоже в армии. Вот здесь был раньше была сходка, да, вот здесь. Не, не здесь. Здесь гора была. Тут раньше свадьба Фалина была. Давайте там, где вот здесь. Тут где-то еще гора была. Вот здесь гора была, вот здесь камень был, и тут фоткался, ебать, на коне, типа. Лягу в дом, я в дом пойду. Все, потанцевали. Пойду к Андрею. Вот здесь Драгонест, ебать, наш любимый. Стойте, давайте. Давайте сфоткаемся здесь. Вы где? Каждый, короче, каждый сядьте в могилу, каждую могилу сядьте, каждую могилу сядьте просто. А кто-нибудь один скринит, короче, вдалеке, короче, я пойду вас. Парни, с тебя я с Вовой сяду, у нас, короче, одна любовь на двоих, нахуй. Так давай тогда вот здесь, Безник, давай мы здесь сядем, раз у нас одна любовь. Мы с Безником здесь. Я на куст сяду, как на могила бутылку. Клары, ебать, могила Драгонеста, нахуй, переименуйте это, блядь. Я помню, короче, на 40-м кайпе, когда мне там сколько, блядь, я не помню, лет было, нахуй, когда малой совсем был, какая девочка, короче, заскринила вот эту херню, гробик, заскринила его перса, вырезала мордочку, вставила его на гроб и, типа, написала «Прощай», я, блядь, я плакал. Бля. До слез. Знаете, у нас фотку. Давай. Давай сюда тоже достану, похуй. Давай. Сейчас. Только маленькую надежду дали, что ведут кап. Ну они ее дали и, короче, и разрушили нахуй. Чисто, блять. Вот недавно дали, несколько дней назад, надежду, что кап ведут. На Новый год. Да. Несколько дней назад, блядь. Куплю сейчас. Мы верни деньги. Несколько дней назад тоже говорили. Мы верни деньги. Да это, блин, забей. Они 2 года говорили. Тут можно же покупать матрёхи за БА? Нет. Блять, а как тогда они покупают все? Они никак не покупают. Они синтез только делают. А, да?
Раздаю Альтена, горчица на Твиче стримит. Да. Кто это нахуй? Тоже 40 по девчонку. Нормально. Я у нее покупал несколько раз за БА, тут что-то. Ты ей сусал. Короче, я знаете, что делаю себе сейчас? Прическу нахуй куплю, которая у меня давно-давно была. Сейчас покажу, как я выглядел нахуй на 40. Бля, я... Слушай, знаешь, что я сейчас зашел, короче, сюда, и у меня 4К... Ой, 4К этих, да. Они же на всех персонажей точно. Ваня, Ваня. Знаешь, кого я сегодня выиграл? С большим счетом. Бетономешалку, Полина. Она же играть не умеет. Это ну... ник какой, который Ягуар, это херня или еще? Да. Учница. Я ее тоже выиграла. Я мерком как-то мохито убить смог, нахуй, хуй знает. Мне похуй, я всех убивал. Так, краска. Блин, нет той притчи, короче, которая была в самом начале, типа, ее нельзя купить никак, это невозможно. Итак, преобразуемся в Арни 40-го капа, ебать. Ебать, красавчик. Подожди. Да не про... Всё, теперь Арни 40-го капа, ебать. Да у тебя не могли быть такие волосы, потому что, типа, при создании персонажа они убираются автоматом, типа, не пизде. Нет, у меня такие были. Не было у тебя таких, не было у меня таких. У меня тебе скрин кинуть, ебать? Сука, я тебе сейчас басу, нахуй. Тебе скрин кинуть, а пидор. Нет, чё ты хочешь с Арни 40-ка, бля, поговорить, сука? У тебя не было. Были такие волосы. Я в том смысле, то, что ты персонажа создаёшь с такими волосами, допустим, да? Да. А потом, короче, в шоп заходишь, их там не будет, потому что, типа, у тебя, ну, были такие волосы созданы. Типа, они убираются автоматом полностью. А, да? Допустим, почему я не могу, допустим, ёжика взять? Который, это самый начальный херен. У меня все есть, абсолютно все есть. У меня ёжика нет. У всех все есть. У тебя глюки. Ёжика нет. Сука. Ну чё, как вам Арни 40-ка? Похож, ебать? Ёжик? Похож? Похож, похож. На идиота. На Арни 40-го капа похож я. Суки, бля. Ну это когда я только развивался, когда только PvP-шился, учился, вот. Какой развод? Ты деградировал всегда, нахуй. Как и сейчас, типа, бля. А теперь смотрите, на заскрините, как я выглядел, ебать, и потом, как я стал выглядеть, нахуй. Три, блядь, этих было. Был бомжом. Отойди, нахуй! Уйди, нахуй! Ты, как, когда ты развивался, я всегда был сзади тебя, нахуй. Ага, когда ты развивался, я всегда был сзади. Ну, в смысле, твоей жопы, нахуй. Да кто там что кидает? Ебать. Что там кидает? Уберите машину, пожалуйста. Ваня, садись, прокачу быстрее, садись, прыгай в тачку. Пожалуйста, уберите машину. Вот такой вид был. Печку на скрин. Бля, пиздец. Следующий вид у меня был такой, где прическа опять школьная. Потом был у меня такой вид. Да, ты мне весь скрин испортил, отойди. Я? Нет. Дальше у меня был такой вид. Блять, меня это Оля бесит. Вот такой. Ты чё, док Кью, пошла она в пизду. Это он, и он сидит на диску. И последний вид мой был такой. Он мне весь скрин испортил, нет, маленькая. Потрачено. Я кадр поймала еле как, всё испортил. Бестит кадры ловит пидорганисты. Чтобы кадры ловить. Ля, на что хочу, короче, пойду сейчас с головой, залезу на эту херню. Я на Рут. Посередине, я наверх. Я на Рут. И спрыгну, короче, ты даун, блядь, на босса, на тебя вырвать, типа. Вот это вот. Я на Рут, бля. Так, расход. Вот это или вот это вот? Блин, краски жалко, не все есть. Какая лучше? Какая была? Хотите в призрачного Арни переделаю, съебать? Ты где вообще? Делай прям хвостик, как. Мне кажется, вообще другая прическа нужна, конкретно. Не хвостики, не это. Мне? Нет, не тебе, ты вообще иди нахуй. Просто длинные волосы, которые... Вов, шучу, я пошутил, Вов. Тихо. Блин, надо, короче, с... Сколько... Всем привет, мои дорогие телезрители. Сегодня я приветствую вас на своем игровом канале. Меня зовут Макрита. Мне 13 лет. Я играю в Dragon Nest 40-го капа сегодня. Ах, и мне грустно.
И я грусти, блядь. Ничего не могу сказать по этому поводу, как все толки, которые сидят в этом РК. Ой, блядь. Дискорде. Дурочки, вот мои. Ну, Вая прикольная вроде. Ну, я как бы не расстраиваюсь, поэтому я удаляю. Смотри, как он превратилась нахуй. Покемон превратился. Кто я? Ты? Вая. Кто я? Я? Ты чё, дурак, у неё другая прическа. Кто я? Прическа. Кто я? Ты хуйня. Ты Никитка. Кто я? И всем привет. Привет. Новенький в гильдии. Всем привет, с вами я, Арни Солнце, Альтер, ебать. Прикинь, где-нибудь спросят в жизни, бля, ты откуда, нахуй, я с Альтеры, бля. Найс, Рофлы. И всем привет, мои дорогие телезрители, с вами я, Никитка, мне 21 год. Телезрители. Какой ты старый, бля. Мне из этих штанов выпали эти штаны. Мне 24 года, я холостяк. Бля, Хантер был лох. Тебе серьезно 24? Нет, мне 19. Кстати, я думал, ты хрич уже. Ну, кто сейчас Безик бы подлетел, ебей ему начал. Я промолчу. Блебей старый, да, реально, типа. Я лучше промолчу, прочесть. Ну, всем привет. Ну что, я изменился? Ну, ты даун... Ты как был 1.50 м, так и остался. Если 1.50 м, ебать. Или сколько у тебя? 160. Охуеть. Сколько лет, Вова? Пропорционально. А сколько лет тебе, Вова? 20, ебать. Тебе осталось 4 года. И ты плебеем становишься. 4 года для плебейства? Для Вов, ты 1.60 м, да, получается? Представься. Вот я 1.80 м, ты, короче, сможешь мне... Бро, представься. Стой. Нет, я Хантер Бро. Я даже живу в Альтере, короче, я типа это... Я здесь с 11... Не, с 9 лет, короче, да? А где Безник, кстати, куда он ушёл? Не, с 8, я не знаю. Безник. И всем моим преданным фанатам, поклонникам игры Dragon Next. Привет. Сука. Сука? Не могу. Спят. Не хочу кричать. И вот так я посидел за это все время, за 5 лет в Dragon Nest, и посидел, блять. Вов, ты на меня посмотри. Ты вообще побелел, там, не знаю, призрак уже умертый чисто, все. Ой, животное, сука, мужик. Это будет последнее изменение мои. То, что я превратился вот в такое. Ой, красненькие. Тоже красненькие. Фу. Бля, кажется, сука, животное, ебаное, сука, разорвано. Бля. Сука, ром. Кто, блин? Помойка. Кто я? Да. Ну вот так мы потерпели изменения все вместе. Вова, на чем могу сказать? Мы потерпели кучу. И все-таки я сделаю лучше так. Сука, циклоп. Сука. У тебя же есть скрины, где ты типа чемпион Колизея? Да. Остались. Ну и у меня есть чё? Где я чемпион Колизея? Да. Где я чемпион Колизея и чё? Хуя, бля, чемпион хуя. Сука, этот Михаил. Сука, бля. Рот открывай. Бля. Блин. Рубашка берсеркера. А штаны какие такие, интересно. Какие такие штаны? Какая я сэч. Смотри мне в глаза, сука. Сама. Слышь ты. То есть на каждого персонажа дают по 10к, типа они в общий аккаунт. Сука. Охренеть. Никита, что с тобой? Да мне крыша едет, я Dragon Next. Dragon Next закрывает, короче, у него там все типа истерика, нахуй. Потек. Смотри, какая секс. Ты зайди с каждого аккаунта, прими 10к альт, у тебя типа на ну, где-то 100к будет, наверное, и синтезируй, что хочешь. Да я не когда игры закрывают, всегда дарят что-то. А когда мир закроют, что подарят? Ну когда Lineage закрывали, типа.
тоже был рофл какой-то. Можно я рыгну разочек? Нет. Хорош, тебя хорош, тебя рыгнешь, у тебя язва будет, ты умрешь. Ладно, и больше так не будет. Ляво, помнишь, как этого, типа, как безумие куна, нах? Заходил, рыгал, короче, да, потом я ему говорю, будешь рыгать, тебе язва будет, он заткнулся, нах. Да, я тоже так заткнулся. Потом на следующий день заходил, короче, со своим другом и начал на нас въебываться, типа. Я хочу маску на глаза, типа, повязочку. Как я выбить на лодочку? Здесь никак не выбьешь, по-моему. Только в... Это в донат те же вроде только дается. Который ключи покупаешь, идешь в донат инст. И все, типа. Да. Здесь можно... Я хочу веночек выбить. Винки найс. Че, давайте выбивать? Ну, так, да. ребят, я сейчас хочу кое-что сделать. Есть у кого полированный алмаз срочно? Три штуки. Бля, у меня у меня на моей гильдии есть, но типа. А, не на этой. Хочу попробовать пуху поточить. У тебя бабосик? Сломать? Ну, 12? Да, у меня 10к есть. Ну, точи. Купи, типа, эти камушки еще. Точи. Да, там нету их. Да. Там. Давай. Ну, тебе дают. Блять, Настя, я выбиваю штаны просто ебать. Спасибо, Зай, спасибо. Бать, штаны большие. Слов, ты посмотри, вот ты посмотри на штаны, ебать. Штаны бога. Штаны бога, на. Че, пацаны, ломать. Стандартные штаны, короче, которые. Где-то нельзя. Обгаженные, блядь. Это мешочек для говна. Это еще обидно было, короче, конкретно прям. Вольты настали. Купите мне этот 50 этих защит. Вольты мне есть. Из защиты, пожалуйста. Да, кстати, можно и передавать эту хрень можно. Блин, хочу хорошую шапочку убить. Я просто перезаходить не хочу. Купите мне, пожалуйста, 50 защит. 50 тебе защиты купить? Ну, 25 хотя бы. Кто сколько сможет. О, Вов, смотри, что выбил, короче, смотри 50, на меня. Вов, смотри, почти. Опа, на! Оставь штаны выбить, короче. Ля, найс. О, посмотри на меня, слышишь, тупый берсерк, нах. Все, я подарил тебе Никита или нет? Жестко. Нет, не пришло. Все. Блин, нужно идти на... Тупо так... космосе. За хлебом пошел. Так. Штаны, короче, штаны берсерк. Отправить. Почему не отправляется Никита? Все, у меня бонус... Забан нельзя. У меня бонус альтена закончились. А, за БА нельзя. Хуёво. Хочу веночек. Вова, чекай, посмотри на меня, Вов. Бля, нихуя себе люто. Типа, берсерк вверх, берсерк голова, стал штаны выбить. Офигеть, вот реально. Вот нахуй у меня 1000 печатей. Реально. Бля, охуя. Что это? Вова, что это? Смотри, господи, что это за штаны? Что это, блядь? Смотри, нормально. Все еще тапки, короче, чекайте тапки. Хопа, нах. Хопа! Бля, нихуя себе. Такие сеты еще в драгонесте были, ебать. Ничего себе. Смотрите, как я буду ломать меч. Меч ХБДН. Погнали. У него не варик, у него нельзя уже ничего. Это надо в колдроке дать. Давай. А прикинь, потом скажут, типа, мы не удаляем ДН, ты зря его сломаешь. Да похуй. Тебе же на видео сейчас. Давай. Земля тебе пухом, братик. Братик. Сэмпай. Чуть не кончил, блин. Бля, Вов, смотри, какой жесткий рельс. Сломался. Да, Андрей, ты сильный. Сильный. Вообще сломался? Алло. Да, сломался. Летально прям вообще? Нахрена? Да. Хороший красавчик. Куда мне? Ну зато ты воровал судьбу, ебать. Зато ты в доне у сколько в этот меч? Устал. Ну, я много, очень много. Молодец. Блин, мне нужны альтики. Ну смотри, мне сколько мне меч. У меня один меч вышел в 2000 рублей. В 2000 плюс доллар. Рублей, да? Рублей. Да, именно. Блять, какой же ты мудак, ёбаный пиздец. Даже если бы грунт закрывали. Че, завтра будем время проводить? Да. Конечно. Я весь месяц буду заходить теперь, короче. Я хотел сегодня из игры уйти конкретно, типа, потом мне написали то, что ее закрывают, и типа я решил вернуться. 7-й раз, блядь. Это что, уже сыпешься тогда? С 40-го капа ухожу, блин. Да, кстати. С 60-го капа я ухожу, когда все мы ушли. Даже Никита свалил. Капец, Вов, знаешь, это играет, типа, это вообще про не играет жизнь.
Это Маша жизнь, да. Если бы меня на 50-м капе не подавали, ну, не подавали в гильдию в одну, короче, я бы уж слился, наверное, давно, конкретно, прям совсем. Тупо прям. Смотри, осколок шифтанул. Этот осколок чисто стоит вот продавать в НПС 1200 голды. Надо шлема себе покупать, короче, вообще очень много шлемов на покупать. А типа за срок, если купишь, то нельзя синтезировать, да? Чего? Не, на срок вообще не катится никак. Блять. Меня тоже в срок дадут скоро за Ваю. Пиздец, ебать, я воин. Мне 18 есть, так что все хорошо. Срок не дадут. Так. Блять. Я веночек видела. Че там по ПВП? Хера там рум. Много? Как на 50 на 40-м капе как? Да. Лоу, ну, хера. Офигеть. Вообще много. Офигеть. Кисик, ты чё? Ваня, кисик. Вова, кинь торг, я тебе подарок сделаю. Погоди, Никита. Я тут этот... синтез покупаю себе на этот, на голову. А ты меч типа как сломал этого кузнеца, или ты его просто раздробил? Меч я сломал у кузнеца, а окей. Плюс один стой я убил. Это пиздец. Жесть. Чё-то и сколько ты денег прибыл, в общем? Ну, в общем, где-то вот Никита, на допку. Смотрите. Вот считай по голде. Я покупал хвостик, голду. Вот смотри, 2к рублей. Веночек. Ого, офигеть, я тоже хочу. Я 133к, вот смотри, два захода. Два захода это пуха. Я скрафтил пуху за 40к. И где-то за 80к, 90. Ну, короче, 90, вот ты сейчас говоришь, да, ты говоришь сейчас, да? Мне вот тебя жалко, пиздец. Бля, мне это тоже Никиту жалко. Ты знаешь, сколько я задонил сюда за все время? Да хуя! Я и за 5 лет 500 рублей задонил. Остальное, я говорю, остальное мне девочки покупали, короче. Мне жалко еще Рукуса, у Рукуса там вообще донат тоже много. Мне жалко челиков из гильдии пьяные мастера или как они там, которые фуповые, у которых все вообще есть. А слезу чего не жалко? Ты хешка сколько задонатил, ебать. Нет, Вов, ты нажми, короче, на вопросик, да, типа. И посмотри, о, люблю рыбку. Здравствуйте, уважаемые. Кто? О, привет, Экстрейд. Короче, мы поговорили мы с Легиси, пиздец, блядь. Че он сказал по поводу закрытия? Ну, мы еще пытались, короче, этот починить. В итоге, короче, отдельно еще буду скачивать. Вова, нажми на топ, короче, посмотри, типа, на Ники. Прощи, Ники, просто. Продам бота Драгонеста, короче, и люблю рыбу. Да, надо заскринить. Хэшка отлетел, короче. Я могу продать бота. Люблю рыбку. Продам бота дешевле, чем там продается. Вот хэш. Продам босса ДН. Тупо хэш земля пухом, короче. 9 миллионов опыт. Не, я могу продать, короче, будет тяпать как хихешка. Вот то, что сегодняшний день это охрененный, просто все правду говорят уже все абсолютно вообще. Не, типа, за одну ночь 50 тысяч опыта. Примерно. Ну бот, короче. Да кому сейчас нужен? Неудачный день больше всех задонил, пишет вообще намного больше. Я 10к задонатила. Ну это мало относительно. Я где-то 7 задонатил вообще за все время. За все время я задонатил. Я был на 40. Нет, не пишу не на 40. Ну где-то тысяч, на... тысяч, может, 60 я задонатил за все время. 50 за 5 лет. Пизда. Да, именно в ДНК. Да, еще я тоже задонил. Вова, он короче, еще подарки своим Вова, девочкам Вова, делал. Вова. А, ну тут все ясно. Хорошо, что девочки мне делали подарки. Короче, Вов, слышишь? Нет. Legacy, nevermind, I'm ready to load from the side. На 50-м капе, короче, с Челиком просто общался долго. Okay. Mm-hmm. Челик, знаешь, сколько задонил, короче? Ну, я, ну, типа, я, ну, блядь, это видит. Типа, короче, 1 250 000. Бля. Мне, кстати, Наташку вообще жалко, ну, блядь. Вот Наташку мне реально слышишь, жалко. Если бы сейчас задонили столько, уже бы, короче, на мап новую. Да, о, я залупу себе выбил на голову, залупу на голову выбрать. Знаете, смотри, сейчас кончай будет. У меня тупо сгорит, если... Сквирт. Да. Сейчас, ну и... А! О, я тоже... Ой, уточка у меня есть. Я типа с первого раза выбила, когда... Ну вот, у меня на новом киви, на который, вот смотрите, этому аккаунту 2 месяца. Вот этому аккаунту именно.
У меня уже на Киеве именно на этот так ушло где-то 1018. Смотрите, сзади пацан стоит, жесть. Короче. Стоит пацан и качается, думает, ебать, охуенно. Скачал игру. Скачал игру, пацан, поиграть. Не, Вов, прикинь, сейчас, короче, ржем, да, типа, потом как это грустно будет. Ну да, потом вообще все. Ну то есть реально, когда закроют конкретно грустно станет. Когда закроют вообще, блять, я не знаю, где кого искать и так далее. Я просто вот серьезно. Я буду тут. Тут. Ну или на Европе, да. Блин, надо ник забить. Чисто тоже хунтера создам, похуй вообще. У меня просто... Короче, я с Legacy поговорил, знаете, кто самый имба? Кого хотите качать вместо Дарка, например, там, не знаю. Мун или этот, короче? Нет. Темпеста качайте, короче, ну, Валькирию, короче. Блядь. Который летает и на земле. На самом деле, имба этот, блядь, как там, нормальный, вот Тетрахлорид, во, он нормально играет за это же. Но я все равно буду за Дарка играть, мне пофиг. А ты не сможешь создать Дарка? Дарки не люди. Ты не сможешь Дарка создать, я могу создать 16 числа. А, ну 16 число. Дарки не люди, сори. Никого не обижаю, Дарки не люди, нахуй. Фу, на этого персонажа, фу, просто на него. Не, на самом деле... Просто, типа, кто не хочет напрягаться особо... Вот если бы ударка, если бы ударка... скилл гравитации не поднимал после очищения, можно было бы играть в эту игру. Ну, на всех играх, понимаешь? Так, а так нельзя играть. Во всех играх есть легкие классы и сложные классы, типа. Да, хил самый сложный, наверное, блядь. Потому что... Во всех играх причем. Не, типа, берсерка не сложный класс, как бы, но просто этот... Относительно... Нет, им учиться как бы не сложно, а играть сложно. У тебя два шифта, короче, есть? Не, ну учиться не сложно, да, вот играть... Типа... Я пошел мирки агрить. Я вот сегодня зашел потом в PvP, и типа ни одного мира нет нормально. Тупо ебашится нас. По-моему, вот не знаю, за Дарка типа сложновато научиться хорошо играть, но с другой стороны он легкий очень. Типа. Если за Дарка средний уметь играть, типа, ты любого мерка убьешь. Не, и вот на 95-м, типа, там PvP не очень такой ахти, типа. Я тебе говорю, типа, какой смысл? Берешь Вальку, просто 6 танцев и все, любой отлетает. Да сейчас на Европе будут все здесь, короче, ру-сервер перейдет, там онлайн будет. Не, я просто хуй знает, типа, кого брать, жнеца там или плача, потому что я не играл на 95-м. Пилик типа... или как, или отступ, или как он там, мне который именно, мне именно из Нинс, типа, я не играю за монаха, потому что я привык к Нинс. Я, типа, хуй знает, жнеца или Рейвена. Бля, я нам не такого качать. У меня есть дарки, пойдёте, короче, я сейчас, короче, на скачку дарк поставлю. Кто пойдёт со мной качаться? Я через Steam, блядь, ёбаный, скачал. Я, короче, захожу через Steam. Я могу вас покачать по фасту за дарка тоже. А теперь, короче, я качаю заново уже с сайта отдельно от Steam. Кстати, Андрей, там же вернули эту хрень за друзей вроде. Типа. Бонус? Да. Типа. Пока что. Типа. Персифон. Мне нужно два уровня качать. Знаете, кто самый грустный человек в мире здесь? Смотрите. Я. Да вот, посмотрите вот на это, блядь. Вот так, посмотрите, блядь. Что там, давай? Отчаялся. Где, что? Блядь, если, короче, у вас аккаунт создан в 2016, вы можете, короче, привязать и получить подарки на маунта бесплатного. Где я? 10. Как? На что? Типа, если у тебя создан аккаунт 2016 года, то... Рудрагонеста? Нет, не Рудрагонеста. Там? На Европе? Да. И как получить, типа, плюхи? А там, короче, заходишь на сайт, нажимаешь, типа, привязать аккаунт. Если у тебя создан 2016, то ты можешь привязать. Если у тебя создан вот сегодня, например, или там... Ну, я уже не понял, я понял. Уже не получит. У меня вроде до 16 года. Бля, вау, что это за хуйня? Стоп. Скиньте ссылку. Я скинул баны персонажа, получается, принял. Пиздец, у меня качается 800 бит в секунду, блядь, с этого ебаного сайта. Почему я такой даун? Я не... Зачем быть таким дауном? Блядь. Я, короче, на каждого персонажа зашел, принял бан, но их не заюзал. Блядь. А, вот это так же было. Вам до меня, ребята. Ну ты же Лоля. Ну и что?
Блять, смотри, я знаю, кто не сможет играть, блять. Это люди, живущие в жопе мира. Вот они на европейском сервере. Спингом? Типа, ну да, типа им проще пойти на Китай какой-нибудь, типа, вместо Европы, вот серьезно. Ну да, спингом-то людям плохо. Типа, Владивосток там, я не знаю, Иркутск там, я не знаю. Может, ты не пойдешь на сходку, блядь, а то эти происшествия всякие, блядь, кто-нибудь с автоматом реально придет, расстреляет себя. Ну, типа, у кого время плюс 7, слушай, блядь, ты можешь на Китай идти. МСК сходку на эту, нахуй, с автоматом, блядь. Потому что, блядь, все, кто в жопе мира, у них, блядь, нару лагает, а на Европе тем более. Не знаю, окей, ты сказал Иркутск, я живу в Иркутске, я в курсе, и у меня все хорошо. Она тебя сейчас разъебёт. Ты пинг свой глянь, да? Дальше нормально все с пингом. Сколько пинг? Сколько пинг? Последние стримы вот эти вот подогнаны. Давайте пинга мерятся. Самые последние. Самые последние будут, и все, в принципе. О, хэшка в колесе, пацаны, хэшка. Пускай она скажет, сколько там. Люблю рыбку. Люблю рыбку, сука, как двухсмысленно, блядь. Селедка, нахуй. Его нет. Если бы он был, он бы драконас не закрыл. Кто на Евро пойдет? Сейчас, сейчас. Прям сейчас, что ли, Никит? Не, сейчас. Завтра. Выходные или завтра, может быть. Я могу вас получать завтра. Арбель завтра еще выходит. А, кстати, не, я походу не в драконас играть не буду, не в Евро. Как там донатить? Через Киви там донатится или нужно отдельно качать? Куда? Там этот есть специальный черри. Чирик. Я понял, то, что черри, на черри. Можно задонатить через Киви, мне интересно. Вова, давай, сыграй грустную хуйню. Ну да, чтобы все поплакали. Я сейчас чекну. Что, надо поплакать? Да. Сейчас, подожди. Нет. Бля, 5 лет в игре, господи Иисусе, нахуй, нахуй так живу. Ну все, хватит, я сейчас плачу. Плак, плак. Ну так-то обидненько, я тут сколько уже сижу, 24/7, тут такая дичь. Ну да. Вот подобрали меня на 50-м капе, нахуй. Я типа, подобрал его. Типа, нет, не ты меня подобрал, подобрал Тяночка, подобрал, короче, она такая да. Старше меня, нахуй. И гильдия плюс 18 была, короче, я был мой пиздюк. Ну, я на тебя. Они меня типа не кинули, короче. Селёдочку пробовал, как прошел, я. Прошел 2 года, типа, я продолжил играть. Потом ГМ, наш ГМ, короче, который Даша, типа, она, короче, умерла просто, понимаете, умерла, типа. И типа пиздец, я не знаю, прип, я, блядь. Ну то есть, ну, без шуток, типа, на полном серьезе. Ну и я не знаю, это пиздец. Я потом вот, ну, типа, я не могу вообще игру забросить, по сути, потому что, ну, я не знаю. Типа память какая-то. О человеке. Да хватит грустную песенку играть. У меня 30 кальтен, нормально. 37. Я только 3 перса, короче, заюзал. Лениса. Ой, бля. Бля, тут вставать еще ко второй паре, ебать. Блять, а мне через... Мне тоже завтра. Ай, пиздец. Через 3 часа пара начнется. Короче, как здесь может 2-4... Не знаю, чё? И здесь нет, я понял. PayPal. Здесь в обмане их там. Самый свежий президент. Российской Федерации. Бов, ты за кого будешь? Короче, а? Черри-кредит. За кива в РП или играть будешь? Не знаю, я, может быть, буду за этого играть. Черри с щитом? Ну, либо щит, либо с автоматом. Я хуй знает, как донатить. Арни, как ты донатишь на Евро? Да, он Арни. Не доначу на Евро. Вообще не доначу. В смысле, там быстро качаться, типа? Да. Арни. Там очень быстро качаться. Там очень быстро. Если ты 200% купишь, то там за день. Блин, хочу штаны берсерка. Ну, мне типа за день... Берсерка, пожалуйста, штаны берсерка. День... А, кстати, по поводу гербов, как там добывать-то? Блин, Вов, смотри. Oh. Смотри на меня просто, это рофл. Хоппа, хоппа, хоппа. С цветами. Закаленный Андрей, воин. Андрей, что надо кое-что тебе дать? Пизды? Нет. Смотри, хоппа. Мое лицо нахуй тебе. Антисмех? Чего это? How I can donate to the game? Точно, я отдаю. Вофа, это один сет или не один сет? Я Вае отдаю, короче. Вае. Donate, yes, yes. О, Легоси. Ое, Лоли. Вая. Мне надо тебе Тор кинуть. Чего? Отдаю свое это тебе. Сердце.
Лицо. Credits PayPal, WorldPay, Red.Payment, Red.Payment, Razer, Aliplay, Baku, China Union Pay, MyCard. Чё за чёрт по-английски базарит? Да тут Legacy сидит же. Ну, я понял. Блин, ну, я хочу штанишки, берсеркера. Legacy gig. What? What did you just say? Что ты сказал? Окей, Джастин Бибер. Просто Джастин Бибер. You love Justin Bieber? No. Yes, no, you do. No, no. You be like, no. Legacy. He has beautiful songs. Every time when he's singing, you be like, swag, swag, swag. Do you know the bay, brother? Бля, что это за штаны? Do you know you the way? Do you know the bay? Do you know the way, brother? Кейт, нам нужен Безник, нам нужно с ним обсудить будущее. Арни, подожди. Only if you want to donate there, you need either PayPal, credit card, or the shit that's listed on. When you log into the account, you see the payment options right away. Чего? Wait, I'm gonna send it to you. Can I donate from the money? Look. Кто-то может сегодня найдет себе девушку, прикиньте. Откуда вы знаете? Всякое может быть. Yes, I see. From PayPal, credit cards? Yes, credit cards and other shit. Or even phone works. You don't have to convert it though, like in Russia. You charge once, then you log in. Then you have the points. Он на рашку зайти не может. 359 альтен осталось, ёпа. ГТМ плюс 4, кто-то ещё что-то пытается. Последний раз хотят пройти и умереть. Джастин Бибер. Топал. К сожалению, Драгонос так и не вырвался. No. Yes. What to do if I doesn't have PayPal? Well, then you're fucked. Okay. Ну ладно, за задницу. Wait, I'm gonna look. Бля, ты чё мне на эти очки везёт так? Тебе тоже очки падают, когда да? Наверное, самое такое. Классные очки для серфинга, понимаешь? Классные очки для серфинга, нахуй. Гень классный, блядь. Я хочу себе вино. Почему вино? Не падает? Я хочу себе вот это, блин. Мыло, стол и веревочку. Пожалуйста. И втлен. Что это? И меня выбил, блядь. Что это? Че ты выбил? Ой. Хрень какую-то странную, смотри. Жесть. О, ты как это же, короче, страж, типа. Темный. В данже. А, да? Фига люто. Там можно фулсет собрать такой. С юбочкой. Коричневые ушки Персифона. Мне нужен китёнок, алло. Какие-то вещи падают вообще, типа, которые никогда в жизни не видел. Вообще никогда. Вообще. О. Жёстко. Лягушка. Хочу. Ебать, чё это такое было? Legacy. Yes? How much is a scroll experience? What? Wait, Андрей, сейчас опять синтезировал эту хрень и получил вот такое вот. Сейчас. Give me one second. Чё там было? Красного цвета теперь получил эту хрень, синтезировал снова, смотри. Сейчас, секундочку. Ой, ебаный. Hey, Justin Bieber. You, Justin Bieber. No, you. Yes. No, you, Justin Bieber. No. Yes. No. You, Justin Bieber. No. Yes. No, me английский Putin. Язык такой сексуальный. Me Putin. Putin. I love Putin.
Ай, блин, уже больно. So strong like Владимир Путин. Путинка — это вообще водка такая, держу в курсе. Да мы в курсе. Водка? The English lounge is so sexy. Водка за сотку. The English lounge is so sexy. Чё вы его показывай? Я уже сломал. Ну такая хуйня. Уже, давай. Уже? Спокойной ночи. Спокойной. Так, завтра надо проснуться в 8 часов, точнее в 7. Сегодня уже. Да, кстати. Нет, еще 10 минут еще до сегодня. Серьезно, еще? Ещё? Еще не 0-0? It's... А в 0-0 сбросится? Кто? Что? Ну, типа вот эта хрень, то что... Опять призабыла. 4640. Какая вот эта вот хрень в 0-0 сбросится? Опять злоба выпала какая-то. But, Gaid? Yes. It's 200%. Ага. In Europe, you level very fast with this scroll. Бля, 50 очки. Пиздец. How much is it in dollars? Or rubles. It's like 3.5 euros. Yeah, boy. Estimated. Like. £3 euro? 3.5 euros. Ура! Смотри, что выпало. Чек, это что выпало. Wait, I tell you in rubles. Okay. Синий, офигеть, а я сплавил его. Да вы заколебали. А у тебя вообще вино. Тебе вообще повезло, я тоже вино хочу себе. Да конечно. Знаешь, что у меня еще есть, смотри. It's 244 рубль. 244? Откуда? Что? 244. Тебе курочка идет. Okay, а, это уточка. Okay. Тебе идет. Да. Уточка. Спасибо. But you level very fast with it. I can tell you. Блядь, да заебалите, что мне, сука, дайте мне нормальные вещи, я хочу нормально. Я вот для себя покушать что-нибудь сделаю. Сука. Окей. Китёнок. Смотри, кончил. Опять этот вино выпал. Опять. On the Russian server it cost 100 rubles. Да, у меня опять вино выпал. Третий раз уже. Legacy. Вова. Hello. Хочу жрать. Yes, yes, yes. On the Russian server it cost 100 rubles. Okay, okay. Yeah, for us it's pretty expensive. It got really expensive, but in Russia it's only 100%, I think, and not 200. No, 200. It's 200? Yes. Okay, okay. But you will notice, because the experience got raised in Europe. You need less. You level twice as fast, or three times as fast. Сок. Боже, как же мне этот рандом не нравится, на. Какие же... Я вообще рандом не люблю. Ну, типа, блин. Не, я лучше вообще вот так вот сделаю, ну нахуй, я устал. Бля, красивый китёнок, этот китёнок маленький. Или кто это? Опять мне параша выпал. Синий кит, Вова, синий кит тупо. Свиток на евро стоит 244 рубля, блядь, на 7 дней, серьёзно? Что? Знаешь, что в реале так друзей не встретить, как в Драгонесте? Вообще в интернете дофига бонусов, типа, и плюсиков, чем в от реала, вот. Да, у тебя ебало, как, блядь, как будто бы тебя, блядь, трактор проехал. Ну ты посмотри на Майка, она лолька, а видишь, она здесь лоленька. Да. Да, а в жизни я жирный кабан. Ну, жирнее, чем я, наверное. Вот сколько весишь? Я 45 же вешу. В смысле, блядь? Ну я супер перо, ебать. А, ну 1.60 м же, да? Да. Бля, ну я же 5 килограмм, не 50. 50 на 160 нормально. У меня, я 58 вешу. Я, бля, Кощей.
У меня рост 1.80 и 1.58. У меня ебало такое круглое, вообще жесть. Вот я фоткался сегодня, у меня такое лицо круглое, пипец. Как колобок, нахуй. Я просто ракурс такой сделал смешной, просто смешно. Это колобок. Ебать мне... Вова, короче, это прям день прощания, нахуй, сегодня. Прям, знаешь, как это, воскресенье, бля. А, день прощения, да. Все, нет, не обещаю. Ну, Бедя так и не помирился с Ильёй, ебать. С каким? Ну, с тигром, ебать, да. Залетел. Ну, понеслась, ну, типа... сразу, ебать. Я когда к нему последний раз заходил, короче, когда он клип снимал, типа, я в скайп заходил, короче, он говорит, ебать, ты чёлкой не подавился, нахуй. Я такой, типа, пиздец. И, короче, и начали сразу с ним жестко, короче. А до этого, как он вообще играть начал, вот, парашу, типа, кукарекает, потому что он топовый челик, он мне, тупо, подарил свиток сброса умений, я такой, я, спасибо, короче, и до свидания, все. Я его наебал, покинь на свиток, нахуй, это я жёсткий, блин. Ну, ты сильно, сейчас приду. Зачем? Куда ты уходишь? Сука, сать, пошёл. Чёрт. Блин, чё поделать, я не знаю. Капец, там рум в пол, посмотри, сколько рум в пол, просто пиздец. Я видел. Блин, может опять сказать, что СС шлюха, что я ее в рот ебал? Мадам, не ругайся. Шлюха? What are you teaching those girls? Что он сказал? А, сложно. They talk really, really angry. Angry girl. Что? From Russia. No, you guys teach them those. Wait, test. Я рандом не улыбается, я буду злой. Акариот? Акариот? Хуй сосёт. See? You teach them. The fuck? See? О. Смотри, опа. Опять не параша будет. Так, мне осталось выбить фулсат, короче. Я воин... воин церкви, нахуй. Так. Ой, всё. Как это выбивается? Я не знаю, как это выбивается. Ты тоже не знаешь, как это выбивается. I think this is normal for Russian players. Серьёзно, это шкаф. Really? Yeah. Why? I thought you're really friendly. No. Yes, to me they are. No. Что ты там? Legacy, you sex student. Topal is my sex student. Yes. Sex slave. Yeah. Why not? Что спрашивает? Почему нет? She's not understand you. Okay. Can you ask her why Topal is not my sex student? Он спрашивает, почему, типа, Topal не его секс студент. Я здесь принёс письмо. Да, потому что мой всё. Сейчас, короче, коту своему подхожу, да, начинаю его гладить. И на ушко ему говорю, весь драгонест. И говорю своему коту на ушко. Весь драгонест, короче, остаётся в тебе. Как матрёшка в матрёшке, бать, и как Чунга-Чанга остаётся на своём острове. Я что придумал, короче, первый раз в жизни за 5 лет я купил себе дом. She said, because he is her sex student. Пилась. Ты дал его. No, it's my sex student. Блин, как же мне эти штаны заебенили. Дайте мне нормальные штаники, пожалуйста, в церкви, например, хотя бы. Хотя бы ну, тапки выпали, типа, рандом. Блески. Я сексуально выгляжу? Ну, я бы тебе на клык дал, короче, разок нам. Не. В смысле, нет. Себе дай на клык. Не, у меня рот железный, в отличие от тебя. У меня рот железный, сука, это моя фраза. Нет, не сука, это моя. Рот железный. У меня рот железный. What your... У меня жопа железная. I think how many will play on only Euro server. А так и сексуально будет? Type me. Давай, для тебя сексуально это? Такой вояка. Чисто вояка такой, знаешь, типа. Ну,
А так если? Подожди. Уже лучше. Продолжай. Не останавливайся. Why? Так. Чисто дед, ебать, с могилы вылез. Чисто дед, ебать, с могилы вылез, нах, это чё? Купить-то забыл. Почему вот это не через штаны? Что я делаю не так? Почему синтез такой ущербный, блин? Хорошо, атаковая тебе нравится вот так? Сейчас, подожди. Вова. Потом дьявол, но... А. Вова. Ебальник стене, нахуй. Че случилось? Просто... Тихо. Че такое? Бездник спать лег? Я сейчас ебать буду в жопу, блядь. У меня железная жопа. А у меня хуй алмазный, блядь. Контрапик, сука! Сейчас смотри. Так, сейчас вот так вот, да? Угу. Блядь. Ты плохо плексишь. Так, если чек будет диск. Какого? В смысле, блядь? Я не понял. Алёна. Ты чё такой грустный? Руза крыльца. О, Бездник пришёл! На евро за кого можно играть? Кто самый имбовый? Бездник почему-то с нами не обсуждал ничего, тут только стрим был долгий такой. Бездник, хочешь скажу, кто самый имбовый? Я. Я с Легаси поговорил, короче, он говорит о Валькирии. Угу. Она же хуйня, мочина ебёт их. Не, он говорит, типа, там очень много танцев. Не, это, нормальная типа, Валькирия. Если, она, типа, говорит, если хорошо играешь за Валькирию, говорит, типа, если за Валькирию играешь хорошо, типа, то лучше всех ебать. Лучше мочина или темп? Нужен, короче, нужен Бездник. Legacy, who is better, Мочина or Tempest? Depends if you are for Kof. I think Machina. Видишь, в кофе машина лучше. Because if you're total fucked hard, you can basically brain dead with her. Like you don't have to think anything. Чё он говорит? В кофе машина лучше? Да. I think she's have. Про изобретателя спроси. Many. Armor break and yes, but if you play new class Ray Mechanic, you just go into your robot and Ray Mechanic алхимик, если Machina. Yes, Ray Mechanic. Physical. No, not Ray Mechanic. Machina или как там, я не знаю. Машина. Defensive, ебать. Yes, Machina. Machina, yes. Machina. Wait, what do you mean, which class? Do you mean defense your class? Андрей, я девушку нашел. Yes. Oh, I don't know, I never PvP'd them. Я тоже. А, он, короче, не знает по поводу Machina. А кто такая Джессика? Он думал про Ray Mechanic, он думал. Про Лолю, типа. А, не знаю таких. Ну, Machina там вообще такая топовая, сексуальная, тебе Бездник понравится. Да, там жопку не прям вообще выбирает. Правда, она же нет, Рэй-механик кофе жесткой говорит, типа. А по поводу Machina он не знает, говорит. Он просто перепутал, типа, Machina. Боже, я уже устал синтез покупать, сколько можно, хорош. Остановите меня. Про алхимика спроси. Ну он вообще ни к чему. Имя физикал, который вот этот. Она, типа... Она не дамажит, она тупую контроль дика. Вообще встать не дает. Слышишь, экс-рейд? Сейчас. Бездник, смотри, я топовую Machina там намутил. Чё хотел сделать, ты забыл, блядь. Люк. Oh, yes, I don't know, блядь. I never PvP'd them. Legacy. Ray-механик is better... Physical. Алхимик физикал. Алхимист
Бля, за что нахуй? Tell me about Alchemist. Alchemist. I never PvP'd them either that much. Почему нет питомца? Есть же питомец, бля, чё за хуйня? Сука. Типа, на Оля, пошёл там нахуй на 8 лет, блядь. Бля, я забыл своего друга лучшего призвать вообще. Меня? Угу. Ебать, я там уныл дико вообще, прям конкретно, короче. Увидел, да? Да, это вообще пиздец. Блин. Ну чё, ебать, я со своей Лолей. Ой, бля, кто? Там Аргента наебнулась, нахуй. Вов, Вов, смотри, чё, Вов, смотри на меня, Вов, смотри на меня, смотри, смотри на меня. Very good. Да, я вижу. Да. Возьми меня, смотри. Почему? А я? So, Makina is the most beautiful character, I think. Лесбиянки, блядь, его прям. Better when Lolis. Go скринится, Джесси. Настя. If you want а, это Настя? Ой, давай только не закалю, я Настя! Настя вообще игнорщик. Столько писал, игнорит вообще по КД. Play Tempest. Так сама не разговариваешь с ней. I told him about but заходи за основу свою, что ты за эту сиськасту зашла? Да, блин, я просто была в зиму. Я говорю, Безник, он говорит, типа, если хочешь я имбового класс, типа, играй за Валькирию. За неё заново учиться. Ну, вот я вот, вот он говорит, типа, самый имбовый класс пока что. Твой Безник, новый сервер, новая игра, новая жизнь. Безник, ну, скажу типа, тебе больше, то, что у тебя из-за... Типа, в любом случае нужно будет... Типа, в любом случае нужно будет привыкать заново учиться на 95-м карте. Угу. Это, даже я буду заново учиться за Син играть. Да, мне с Джага научился, благо. Будут пороть твоего паладина муны, короче, в сенах. А потом ты решишь, типа, рипнуться с Европы, бля. Кстати, только я не знаю, типа, за Рейвена играть или за Рипера, хуй знает. Вот сложно, да, реально? Палач, смотри, он чисто дальний теперь, да? Я у просто него не знаю, скил... как на 95-м, типа, он просто спамит, просто на дистанции спамит. Там теперь как бы скиллы нельзя поворачивать у палача, короче. Он в одну точку бьет все и накидывает сдалека. Смысле, поворачивать нельзя? Ну так вот. Да, эти дархилисы, может, дархилисы. А, там же, блядь, на 50-м нет инвола, ёлка. Там теперь, смотри, вблизи, да, палач не бьет скиллами, вблизи, вот как ты это сейчас делаешь. Он теперь чисто только на рейнже бьет, только рейнже. Я понял, если, короче, вблизи будет, типа, он не будет просто... Да, ну, скиллы как бы так, просто, блядь, хуй как цепь, знаешь, да, тебе один удар прошел, другой не прошел. Ну, ну, короче, либо вообще не пройдет. А рипером посложнее, потому что он как бы, ну он резкий класс, как бы очень резкий прям, он просто, он умеет кого очень более? Жестко сближаться с чуваком, да, и у него чисто фулл мили. Ну, блядь, ты мне рассказываешь, как будто я не знаю. Типа после 80-го карта... Не, у него там вейкинг добавили, а вейкинг такой добавили прикольно, то что он может... Ну, назад да, назад может, откатывается, короче, может либо вперед сразу ворваться, резко. Да. Прикольно. Да, либо просто назад и... не знаю. Это вроде просто... А еще... Active name. А вы ассоциируете? Yes, I just started. What the fuck? Посмотри на них, Андрей. Нравятся девочки? Сейчас, погоди. Здравствуйте, привет, Даша. Даха, блядь. Даха, нахуй. Здорово, нахуй. Why that name? Как с Дашей надо общаться? Did someone rename her? Даша, когда водку бухать? She didn't notice. Да я уже все. She did it herself. Она уже выпила. Уже не может, да? О, нифига, Андрей, тебе идет. Владлен, глянь на свой ник в дискорде. Как Мурман. Legacy говорит. Я украду ваш сервер. Хакер. Как хакер родился? И чего, куда собираетесь уходить? На евро? Да. Да, Даша, ты куда? Нахуй, ой, сори. На евро? Куда еще, блядь? Ну чё, Даша, готовь своего епископа, блядь. Да пошёл ты, блядь. Да нихуя я подобного епископа взял и ебать Арнеса, и ебать его. Ага. Особенно, когда я в стойке, Ты это мои стойки скажешь, когда у стены будешь ебать. Джиггернаут, да? Тотемы кидать и все.
Ваня, если ты в стойку попадаешь, короче, без шифта, ты все. Тебя тупо машину сбивает на смерть, если ты выбираешь. Топчики. Помните, когда Твикс обратное доказал? Просто всех выебал. Вы говорили, что мочина хуйня, а так Твикс всех выебал. Я так же говорю, я вот за епископа всех ебать буду. Ну, он реально хуйня, типа. Всё, мы поняли. Там бик есть, братан. Не, епископ реально хуйня. А, типа. Мне там епископ топ анстакер, блядь, на евро, который, помнишь, это анстакер, как там, Хиругука или как там его звать, блядь? Да, он как... Нихуёвый епископ, который играет. А, я напомню ник, короче, Хирогуга соси хуй. Он, короче, за епископа играл, он по КД анстакал, ебать, бегал, кидал тотемы, ебать, пытался, ну, если чувак попадался, он пытался взрывать его, ебать, ногой спамил, короче. Но ему это не помогло, потому что у меня была стойка, блядь. Просто если он ногой спамил, значит он хуй. Я его в стену, я его в стену закатал, он нахуй меня послал, короче. Там же он сказал, он, короче, орал, что я багер сан играл, ты багер сан, что-то такое, короче. И ещё пилигрим какой-то говорил, что я багер, когда в стенку его закатал. Знаешь, да, там, когда ты в стенку закатываешь, там, наверное, просто когда летишь, хитов 10, наверное, по 8к, короче, по 4-8к. Критует по 15 вроде. Когда в стенку закатываешь. И так ты делаешь хитов 140. Ну, как на 140 хитов в стенку делаешь, короче, чуваку, и все. Ты знаешь, сначала так вум-пч, а потом еще вум-пч. И ты мёртвый, короче. Ну, Валькирия самая жесткая вместе с алхимиками, это пипец. Ты её не поймаешь просто вот, в стойку. Её нереально поймать вообще Валькирию никак. Она прыгает, и у неё ещё 5 танцев этих, почти 6. Хочу сделать да, в натуре. Хочу себе хантера. Поэтому епископ, блядь, если она до тебя доберётся, там тебе собьёт сейв, контркрик. Хотеть не вредно на самом деле, да? Я сделаю. Типа, от выбора класса скилл не поменяется. Ну нет, в принципе, даже когда тебя рей-механик ловит пузырь, ссанует этот пузырь голубой, он тебя ваншотит сразу там скилл какого-то, и все. Не, на самом деле, там у Макина самый сексуальный класс. Я не знаю, почему Безник нам нравится Кали. Она не устает. Сиськи трясутся просто. Вообще класс. Их нет. Она как Оля, типа. Ну как, есть, конечно. Сиськи есть, смотри, и жопа есть. Идеально. Триггер, понимаешь? Не, ну типа, сейчас я покажу вам своего сина. Люблю рыбку. Сука, дверь. Хе-хе. Ну хэша запулил, ну, конечно. А кроме вот этих старых классов, кто имбовый? Из старых? А там, типа, недоступны темные персонажи. Это пока. Они ивентовые, типа. Они откроются, да, потом. Типа показываю самого сексуального сина. Столько игроков потеряем здесь вообще. Смотрите. Чекайте, это просто кто? Чекайте. Это Ваня зашла? И просто наслаждайтесь. А Ваня, ты не собираешься гильдию там на евро переносить, нет? Видимо, нет. А, не знаешь, а чё так? А, назовём гильдию Чики-Брики. И в Дамкино. Можно какую-нибудь гильдию создать на самом деле? Ну, не обязательно там ХГ можно. А давай, знаешь, какую гильдию? Я придумал название. Безник, смотри. Сейчас напишу. Russian Federation. У меня у кота, у моего кота, вот он сейчас лежит. Такого... У него такое грустное лицо, блин. Как я написал ник. А, не ник, а название. Он занят по-любому. Думаешь? Да, попробуй создать. А я не выберу пока что. Я качаю клиент, короче, отдельно от Стима. Не знаю, я со Стима скачал и зарегалась. Ну я тоже за со Стима скачал. Просто там прикол такой, то что я не могу поменять аккаунт. То есть я захожу постоянно под одним аккаунтом, типа. А если я хочу другой аккаунт, типа, я не могу. И поэтому я качаю один, типа. Как хорошо, что я когда-то очень-очень давно играл на евро, и у меня просрался этот аккаунт, и создала просто новый. Вот название. Или вот. Сейчас. Пиздец. Не, мне кажется, без черточки лучше. Сейчас удалю, что. А то кто-нибудь увидит, займет. Знаешь, как переводится? Хохочущий кофе, но я не знаю, что такое кофе. Типа, хохочущий гроф. Оригинально. Можно рухаха.
Ну блин, знаете, есть еще месяц, чтобы оторваться, как бы. Там рофу вот так. Не, я все, я, короче, аккаунт кому-то отдал, нахуй знает кому, и просто ушел с игры. Серьезно, ты кому-то отдал? Я в беседу написал, типа, что? Там пароль поменяли и все. Земля пухла. Красавчик. Да ты хифнаги, блядь, 100%. Чики-брики, блин. У меня в друзьях есть Наталья Госница. Ты кто знает, кто такую? Хуй знает. Похоже на Лоля, любит бананчики. Чья-то мама. Говорю, похоже на Лольку, любит бананчики лизать. Я раньше вообще не думал, это презервативы со вкусом чего-то, блядь. А теперь понимаю, зачем это. Такое молчание. Бля, мистер, это в гуе хуйня засела, типа. Давайте не о презервативах, пожалуйста. Ну недорогие, 830 рублей, бать, пиздец. У нас и так в комьюнити очень много гандонов. Типа, и не нужно о них постоянно рассказывать. Мы сейчас на его пойдем. Блин, пойдешь только в УП поиграть? Или не поиграть? О, рейд сосуд. Андрей, вот тебе такой вопрос, ответь только честно. Бля, на чего? Чего еще раз? Как ты думаешь, вот ответь честно. Давай. Кто сильней? Лексус или глючный глаз? Бля, Лексус, конечно, ебать. А ты как думаешь? Можно вопрос, что второе обозначает, нахуй, я не шарю. Лексус против глючного глаза. Хотя нет, все-таки глючный глаз пизжи. Глючный глаз пизжи, ебать, ты че? Ты смотрел Fairy Tail? Глючный глаз вас всех ебнет. Не все, ну да. Я из аниме смотрел только Шаман Кинг и Унесенные ветром. И то по телевизору показывали. Глючный глаз. Ну был грешок, конечно, был PSTS. Ты тоже дурной. Я PSTS, помню, смотрел каждое утро эти, блядь. Охотники за. А, нет. Как там появится песня? Да, охотники. Не, не охотники за. Короче, мафия, там два чувака таких, ебать, которые память им стирают, нахуй. Охотники за привидением вроде. Бум! Королева огня или. Та-та-та-та! Вместе мы сильны! Винкс! Та-та-та-та-та! Заяц, ну погоди. Не, мое первое аниме это Колобок, нах. Говорят, Бразерс хорошее аниме. Там не аниме, типа. Фига тут твоя труселями светит. Вы что, в игре все еще записаете? Да, мы тут месяц еще сидеть будем. Да, это понятно. Да все уже можно на евро идти, братва. Там чувак пишет, у меня ДР 26-го, блядь. Это сосед жопу. Черный день просто. Сосед жопу. Хорошая фраза. Матрешка ебаная. Это кто там пиздит, а Хантер Бро, блядь? Хантер Бро, блядь. Даша, ебать, ты чё на это, на Андрея, нахуй? Тебе пизды дать тебе или чё? А она за мной, блядь, в каждый день убивает постоянно, блядь. Да, я, короче, занял все ники, короче, которые... Так в смысле начинаешь? Нару были. Я, короче, занял ник Хантер Бро. Чё, ебать, гонки на. Арнис, Слеза. Сука, блядь, Джессик, Клей. И тетрахлорид. Арнис у меня на старом аккаунте был, к сожалению. Серьезно? Че, сука, гонка? А слеза, кому... а слеза как бы это у меня на епископе такой ник. Кому нужны ники, да? Кому нужны ники, да? Обращайтесь в ЛС. Цена договорная. Ах, ты сейчас... Давай ты мне ник. Юный бизнесмен называется. Уже заезженная тема, Вань, ты знаешь, что я скажу? Хуй соси. Ты немного возбудишься, когда я... просто говоришь, Сань, хуй соси, и он поймет, да? Саня, хуй соси, а где Саня, кстати?
Даша, я не буду на Европе играть, если за мной будет это Даша бегать так же, на убивать. Так она тебя не догонит, ебать. А, нет, она. В смысле, она не. Блять, все. Я буду жениться, знаете почему? Потому что там есть бег. Там есть бег. Да блин, я не знаю, как я вообще привыкну к этому бегу и вообще к этому как. Это же круто, смотри. Мне всегда не хватало ножницы бег. Мне всегда не хватало ножницы бег. Я просто буду пил. Вова, смотри на колеса просто. Пил. Мяу. Короче, о, бяскулар, соси хуй. Спасибо. А его здесь нет. А где Безник опять? Пошел на шишку садиться. Безник, примем этого Monkey Dragon. Это руку же, да? Вы все можете принять, все же офицеры. А, да? Не, я не могу. Блядь. Ты типа... Это куни, а да. Я новобранец, блядь, охуительно. Новобранец. Оборванец. Все офицеры, а я новобранец. Ну, отличаешься от серой массы. Серой массы офицеров. Продлевать будем? Ждите здесь, заставь, я приду. Зачем? Арни, за кого? Overwatch топ игра или какая игра? Да, говно. не очень. Она ненадолго, типа. А какая топ игра? Ее тоже, походу, скоро закроют, нахуй. Овер не закроет, типа, забит еще. Да что? Это кот? Да, это киса. Да, похоже на котика, просто что-то как-то подлагивает. Мат, не ругайся. Хуй говно, шок, ты, кстати, сейчас сидела котик. В руме, у меня так, ё-моё, лагало, я просто думаю, я сдох. Но у меня половина анимации не было еще. Спустя 15 минут после того, как сказали, что игру закрывают, так лагало это, пиздец. Да вообще, что-то я не знаю. Пиздец, я орал, когда... После, смотрю, короче, я стрим рубил, сижу, стримлю такой, смотрю в чате, блядь, разрывается чат что-то. Такой, думаю, ладно, ну-ка, сверну, зайду на группу, короче, захожу в группу, а там такой пост, я вот стрим вырубаю быстренько, начинаю орать, короче, поорал, успокоился, потом еще раз поорал, потом еще раз успокоился и напоследок еще раз поорал. Вова, хоть Арни со заяц задергать мне. Бедный кот у меня. Это Вая дергает за яйники. За твои, блядь. Тихо. Морф подъехал, ебать. Морг? Морф. Там вообще собака есть. Приморжать. Ты простудился, наверное, или чего? С голосом, нахуй. Да. Дунный даг. Это Ваня. Сейчас меня забанят, ты бать, за авторские права, нахуй. Guys suck. Guys. Smoke weed every day. Для десмены. 20. Да хватит, блядь. Лично мут пошел нахуй. Пошел в муте, бля. Смена ника, где ебать? Алло. Смена ника, блядь, ищет долбоеб нахуй. Мне не найти смену ника. Да ты дурачок, блядь. Почему? Да, он кисик мурчит, говорит, ты даун, блядь. Вова, смотри на дом, блядь, просто ты видишь. Блядь. Блядь. Авейк скиллы, есть гербы там? Нет. Я на доме. Чё, ебанулся, если был бы гербы на авейк скиллы, блядь. А рот закрой. Был бы сзади. А найди мне гербы, где там найти гербы? Почему мне не найти смену ника? А что ты даун, типа, в этом, блядь, посмотри. В расходном? Расходные, и там 3, 4, 5 смена имени. Вышел Арни погулять. А я ищу смену ника, блять. Да ты мудак, блять, блять. Ну, всем спокойной ночи. Бля, а что, в дом нельзя попасть больше? Давай. Там, баги убрали, типа. Готовы? Покойся с миром, Драгоннесс. Сейчас, типа, подожди.
И последняя, последняя фраза, кроме, да, ебать ты долбоеб, брат. Макс дома мы справили, прикинь. Макс дома мы справили, да, вряд ли. Спокойной ночи. Смотрите, какой миник стал. Какой? Пойду в Колизей повъебываюсь. Найс. Есть какой-нибудь там магазин, который обзор на, точнее, магазин. О, Колизей, два канала. Какие игры выйдут в 2018 году? Типа, игры, которые офлайн, например, может быть, да. А типа, которые мой RPG именно, которые вот как Драгонесс, таких, такого нет вообще. А вообще, как, где можно посмотреть? Да я, типа, хз. Нахуй ты меня из друзей удалил, проще... Андрей, ты что, пидор? Знаешь, Арни? Ты у меня в друзьях даун. Меня тоже удалил, кстати, охуевший. Вообще пиздец. Туман, блять. Взял, удалил ВКонтакте в друзьях. Ааа, ВК, типа, это хуйня. Это хуйня. Как тёлка, блядь. Да, в натуре пиздец, да, он, блядь. Бодяша. Элонса, хуёнца. Мохито. О, мохито, блядь, здорово. Где боди, нах? Вот, бодяжа. Бодяжа. Сейчас еще. Сейчас кончать буду. Готово? Нет. Неожиданно, блин. Магазин найти. Чего? Нужно магазин найти. Магазин. Какие игры скоро выйдут? Да никаких, блядь. Не знаю. Короче, у меня Ваня передоз так до того, что вы... У него просто отчаяние перед отчаянием, безысходность. Отчаяние перед отчаянием. Испорожение кишечника, знаете? Вот то же самое, блядь. Испорожение, поражение кишечника, блядь. Испорожение. Поражение. Слышь, разбитое лицо, нахуй. Ты чё? Хуй. Блин, капец там рум. Пойду в руму, короче, посижу. Знаете, какой ник себе сделаю здесь? Какой? Саня Хусси? Нет, сейчас увидишь. Уебас-карабас? Да. Охуенный ник. Даст такой механика в PvP режим? Чё говоришь? Самый лучший PvP режим был в Dragon Age. Какой? Так это файтинг, ебать. Еще Mortal Kombat может скачать, хули. Все, больше, ебать, больше нашел. Уебас-карабас. Ой, бля. Ник, конечно, реально охуительный. Как некультурно. Уебас-карабас. Это кто говорит? Некультурно. Я чё? Даш, молчи, пожалуйста. Слышь ты, блядь. Буду за тобой бегать, понял? Пиздец тебя до конца твоей жизни, блядь. Глюкогенный препарат. Матрёшка, блядь. Вот доебался, я её не трогал, как. Блять, ни разу не закрыл. Матрешка с Чунгой Чангой. Пошли на вписку. Не могу. Доебалась пи. Шо пиздец? Уебас карабас. Да, доебался. Скарабас, блять. Господи, ник реально крутой. Хорошо, что я ему не в стиме постоянно выстоит. Блин. Сейчас, кажется, влюблюсь сильно в кое-кого. Своего бидера, да, Хантер Бро? Не. Вы вроде... Знаешь что, Даша? Тех самых. Смотри, бля, Даша агресса, нахуй, бать. Знаешь, Даша, сказал на неё, нахуй, она начнёт въёбывать. Знаешь, что я хочу с тобой сделать? Ты какая-то розовая, нахуй. Пиздец. Цены. Ясно. Как вы это назовёте, кстати? Пельмешки поел. Сексалы Пугачёвой, нахуй.
Сука. Вова, запрыгивай, бля. Девушка, с которой хотел ебаться, она сказала нет, ебать. И знаете, что я ответил? Я сказал ты, да. В ебо ударил, блядь. Я шел по району, не дали в ебало, не дали в ебло. Ну а потом... Вова, я короче, вот, Вова, слышишь, еду из Шараги, у нас, блядь, в группе есть грузин один, нахуй. И в Шараги ездим, он начинает рассказывать, типа, про тёлку свою. Говорит, она когда, бля, хуйню делает, да? Угу. Я чпавах даю, нахуй. И она сразу, бля, послушная становится. Чпалах, ебать. Хочешь, я тебе чпалах дам, Даша? Я тебе чпалаха дам, нахуй. Он только на все это говорит, на весь автобус, бля, я просто упал. Так, заткнитесь, я ничего не слышала. 99. Ага, спасибо. Блин, спать хочу. 0.30, бля, мне вставать же надо, пиздец, в 6.30 вставать. 5.30, блядь, мне же вставать надо. Жизнь, мне тоже вставать надо. И мне надо тоже полшестого вставать. Бля, мне ко второй можно еще поспать будет, похуй. Да чё хуй, лучше на закрытом проекте посидеть. Не совсем закрыт. Ну лучше о, самому нравится. Забиться так же, как проект, закрыться нахуй. Всё, и умереть нахуй, умереть. Да, да. Нормально вроде все. Кисик, ты чё ты, блядь, такой больной стал? Драконез закрываю, да? Все, тоже пиздец, в шоке. У меня тоже он пригрустнел, кстати, мой код грустный сейчас вообще. Нашим котам лет меньше, чем Драгонесту, нахуй. Как они могут вообще шарить, типа? Не грустят вообще-то, Андрей. Они чувствуют, наверное, настроение хозяина, да, вот сейчас. Бля, Даша, почему у тебя коты выживают? Почему, Даша, коты умерли, блядь? Реально, кот вообще пиздец грустный. А, ты вставай, сука! Ну чё? Я спросила, почему у тебя все еще живы, учитывая, что ты постоянно в вечном унынии. Я в унынии постоянно? Да нет, не постоянно, но часто. Но часто, да, не постоянно, но часто. Когда на меня пиздит, такая радостная, это просто... Ну да, ты меня развлекаешь. Пироман. Долбоёба. Короче, тренируйся. Мне тоже не получается, кстати. Ну, Влада, ты слышала, короче, да? Ну да. Не очень. Ну, вот. Влада вообще что такая... Было? Адвокат. Давай выебнись. Бля. Арни, вообще, где можно посмотреть, какие игры есть? В Стиме или где? Да хуй знает, бедненько. Ваня, можно, бля, где... Можно на Ютубе посмотреть просто видос один, который челик какой-нибудь рассказывает, нахуй, какие игры выйдут. Там не показывает. Типа, больше нигде никак не посмотришь. А Overwatch в каком этом? В Blizzard, от Blizzard он, нахуй. Где типа ходс и так далее, всякая хуйня. Оп! Ну как его ебать, красивый? World of Warcraft тоже близок. Чё? Да, типа от близов ты чё? You know. Короче, кого ебём, Настя, давай, выбирай. Ну короче, вот этот из бетонной шалки, он такой изичный, я просто его сломал раз 10. Который именно? Наверху? Андрей, блядь, ты выведел моего сейчас нахуй. Он изичный, он как будто такой сам. Чё ты? Смотри на меня, ебать. Воскрес, бля. Пиздец. Слушай, воскрес, давай этот сидим, я пойду спать, окей? Ребята. А вы еще, все еще играете на ру или что, я не понял? Изи. Во, ебать, так и лучше. Камон. Я уже не буду играть на ру. Бать, ты что такой грустный, бля? Я игру не могу на. Капец ты грустный, бля. Я? Ебать.
Тихо-тихо-тихо, вы меня слышите, нет? Как тебе мой стиль, Бат Андрей, нравится? Стильно. Нет. Пошли в мир зайдем, пускай охуеют люди, ебать. Когда я родился, блядь, такой же звук был. Когда я родился, родилась Вая. И звук ошибки, да, типа? Перезагрузка, ебать, я перезагрузился. Кому ты успела слиться, скажи мне, пожалуйста. Да, я тебе сказала, вообще-то, Настя, блядь. А, да, серьезно, извини, я просто двух раз сидела. Девочки, девочки, что вы делаете с скутером? С мальчиками. 99-е, да. Сейчас я все вижу. Девочка, знаешь, он на самом деле такой добренький, да? Девочка? Сука. Красивый? Бля, сейчас воды налью, короче, в чашку попью и охуеть. Бля, я должен показаться, я должен показаться ей. Кому? Ваю. Вот, сука. Боленько. Я очень сексуальный сейчас, хочу показаться ей. Какая у вас Рома? 99, но она фул. Ну ты... Бля, сейчас опять будет лагать, половина анимации не будет, короче. А что за игра? Диабло 3 Battle Chat, нахуй. Безник уже или другой проект ищет, нахуй, чтоб не умереть. Я ебал это Драгонест, блин. Валя, кроме Драгонест игры, не знает, короче, он про Варкрафт. Что такое Варкрафт? Диабло, на. Подожди. Сейчас. Отдышись. Блять. Он бежал от меня, пожрал и вернулся, нормально. Сейчас я только фразу скажу, что он именно там басится нахуй, блять. Давай. Сейчас, блядь, успокойся. У меня уже мозг хорошо вообще. Иди ко мне, Андрей, сюда, блядь, ты где там? Я в ПВП. Кто угодно меня добейте, как мне. Ты, короче, Дашу к забору. Бля. Я сейчас зайду за Лолю, всем въебу. Короче, ты прижимаешь Дашу к забору. И говоришь вещи. Говоришь, да нет, этот свой тотем. Пригуби вялого, блядь. Я на пригубил. Бля, задыхаюсь, да. Я спотел. Слава богу. Я похудел. Блядь, хватит ржать, серьезно. Я не могу не ржать. Бля, почему? Пригуби вялый. Пиздец. Девочки, кого, собственно, бить? Всех. Всех, кто не из ХГ. Все, кто не из ХГ, говно. Как прибравлять? Они не смертины. Пригуби вялого, блядь. Ай, блядь. У меня мама залетела в комнату, меня чуть не убила, бля. Я слышала, она тебе, по-моему, сказала, рот закрой. Да. Изи. Рот закрой. Тепло не трать. Даш, рот открой, сейчас я уйдам. Я тебе рот так открою. Тебе. У меня же кисик закричал. Безник, ты губи вялого, ебать. Сука. Это реально жестко. Назови его Хантер, да? Нет, Безником назову. Это как-то миленько, что ли. Так пушистенько. Хорошо, что Ваня это замутился. Место хочу. Хочу ебать. Хочу место. Пригуби вялого. Что ебать?
Они там посрались. Эй, бля, пиздец. Что не так? Мы играем в Драгонос 5 лет. Андрей, блядь, смотри нахуй. Я тебя скинул, ебать. Короче, я Overwatch качаю. В смысле? Ты его купил? Как его купить? Да? Вот я нажал приобрести. Ваня, ты, конечно, это жесткий, пушистый такой. Блять, послушай. У меня слезы пошли, подождите. Я качаю верочек, как его купить. Туман, смотри, туман, смотри. Тут, короче, есть какая-то хуйня, стоит 299 рублей. Еще одна хуйня стоит 299 рублей. Ты где смотришь? Сейчас скину. Покажи скрин просто, ВК, я не знаю. Вот. Или вот. Ля, а что это такое, лол? Ну, типа, лол, я хз. За 300 рублей такая хрень, типа, и сама игра 2000 стоит. Да. Там же 999, смотри. Она 2000 стоит. Нет, там 2000. Там три сотки есть, которые этот. Я хз, что это такое, короче. Говно не бери. Да. Это типа дополнение для игры какие-нибудь. Из кейса там всякая фигня, да. Хрень. Сама игра 2 косаря стоит. Это как в КС-ке. А что за дополнение? Ну, типа плюшки. Это как в кейсе там. Костюмы там всякие и так далее. Ну. Капецование чисто реально в Драгонесте и все. Вообще. Ваня скачивает КС. Зачем? Боже мой, у меня прям слезы. Бля, я скрины делал нахуй. Таращит, блять. Пацан головой кивает нахуй, как будто, блять, во время минета нахуй, знаешь, да, флексит, ебать. Пиздец. Минетчик. Таращится нахуй. Ебать, а места нету. Блин, походу кровь из носа пошла на. Вот я поручал просто. Блять. Можно мне весь этот опыт, пожалуйста, на евро перенести? Фу. Ой, опыт. Который здесь. Фу на тебя. Облизывайся. Еба. Фу. Я хочу место. Место где? В уме или чё? Блять, Арни, место? Будь добр, скажи, как купить, да? Overwatch. Блять, за тысячу. Нет, я не вру. За тысячу нас. Блять, Безник, ты где? Хочешь как посмотреть купить моего паладина, ебать? Подожди, он же 2000 стоит. Да, 2000, Overwatch. А как за тысячу? Премиум, премиум аккаунт, там 3000. За 1000 ты никак не купишь, тебе только скидки ждать. А самый дорогой аккаунт сколько стоит? Ну, самый дорогой это 3000. Это типа предзаказ. Это... Да. Да, ну как купить? Тут нету этой функции. Зарегистрироваться нужно сначала, потом купить. А, перед, сначала зарегистрироваться? Через карту. На сайте, ну типа, ну, вообще на сайте. А он навсегда, да, если один раз купить? Да. Да, да, да. Я не знаю, как это называется, типа. One buy и навсегда что-то такое, короче. Есть типа free to play, есть когда один раз покупаешь, и есть который периодично заплатишь, короче, в месяц там сколько-то. Я понимаю, мне место вроде не ждать, да? Или вы все уже? Подожди. 5 минут еще. Ты... Давай я с тобой местами поменяюсь пока что. Блять, ага. Пиздец. Место будет поменяться. Заходи, я узнаю.
Наверное, на блок сижу. Ну, заходи. Заходи, там место есть, да. Она уступила. Я пока посижу 5 минут. Помогает. 5 минут. Ага, и все, и пиздец, короче, 5 минут. 5 минут и минус я. Так, Вая, ты не минус, ебать. Только не пригубила, ебать, вялого. Спать не пойдешь. У меня карсником же на жизни. На кого наехали, уёбки, хаптю. Теперь я спать не хочу, поугарала, вообще не хочу спать, блять. Чё ты, Даша, спрашивала? Ты же на бездне? Да. Прикольно. Земля тебе пухом. Почему? Там Рума не освободилось местечко. Местечко? 99 Рума, хз, там типа. Местечко. Фига он кастует. Чё это такое? А, ты тоже зашёл уже, что ли? Да. Ебать, когда скиллов быстро идёт. Бля, сука. Я чё-то... Я вчера, короче, Муна смотрел. В смысле, скиллов КД быстро идёт? Да, нереально быстро. В смысле? Может, тебе кажется, не было такого? Нет, мать, мне не кажется. Ты уверена? Сейчас попробую сексом заняться, погоди. Джессика, уйди. Не быстро, типа обычно вроде. А чё, будешь сезон? А, не, кстати, лол. Либо мне кажется, либо да, реально немножко... О, сука, ебланка тупая. Сейчас прикиньте, вот сервер закрывать, короче, да? О, убей этого ебиона. Сделали бы скиллы без КД, нахуй, паладин был бы богом. Он догорит, слышь, он догорит. Догорит? А, нет, не догорел. Арни, Overwatch на английском языке? На русском. На русском. А чего тут, блядь, при регистрации все на английском? А, ну да. Ты должен покупать его, Безин, ты что, хочешь купить, что ли? Не, я с Ваней рофлю, короче, немножко, типа, серьезно. Я хочу купить, да. Дальше Драгонастон не смотрит. Ваня, ты в него долго играть не будешь, он такой себе, тип. Вот у меня сейчас так же, блядь, морально просто. Как это она сделала? Как отвратительно. Да не, обычно вроде КД что. Даш, а покажи, как надо. Да чё ещё? Блядь, слились чисто, блядь, 2 хг. Найс. А там это, надо шмотки собирать, чтобы нормальный дамаг был, защита была, да? Нет! Это обычная игра, где ты команда на команду. Это моба игра, Безник, как Дота, только шутер. Только там собирать ничего не нужно, просто, ну, чисто от скилла. Как ты играешь. Там есть 4 скилла в уперсайте, типа, и всё, и ты играешь от них. Бля! А это тебя, что ли, ебут? Так, уже вроде не так лагает. Да сука, нахуй ты, блядь, не... Блядь, блогер шикарный. Кто есть кто? Просто не создается, я ебу, блядь. Не, скиллы обычные вроде, ничего такого. А, блядь, Даша, ты когда успела загрузиться-то? Подожди, это не ты. Еще. Это не я, блядь. Блядь. Я подумал, что она ливнула, а там кто-то другой быстро зашел. А, сука, шаболда ебаная. Да я-то чё? Алло? Где Джессика? Ну, она там бьет. Он уже убегает. Как всегда. Да что за говно, блядь, шустрая пидорасина. Нет, это бесполезно. Думаешь? Да. Хорош. Я чё, блядь, скорострелом? Блин, я надеюсь, бетон там какой-нибудь не пойдёт на евро. Блядь, стопудово пойдёт. Они всё слежут с нас, как обычно. И назовутся фекалий-мешалка. Ой. Ещё бетона мешал. Бля, вот то, что Валькирия там играет, блядь, вот эту хуйню, хуёво всё. Я буду её убегать, нахуй. Чё ты говоришь? Там же Валькирии, блядь, бетон мешалки. Почти все, блядь, ВВшки, нахуй. Валькирии, блядь, они нормально играют за, блядь, эту, блядь. За Валькирию. Пиздец нам вообще будет. Вам. Нам? Угу. Посмотрим.
А просто там Валькирия имба ебать. Если ты на ней хотя бы нормально играешь, хотя бы чуть-чуть, блядь, там все. Хотя бы нормально играешь. Насчет Валькирии, то там одни ВВшки. Да без разницы. Да даже ВВшка и, блядь. Очень-то, короче. Она очень резкая. 8 танцев это типа такое себе. Вообще-то 5. Блять, 8. Просто я не знаю, он умирает, реально умирает. Значит. Один танец, второй танец, любой вар там, блядь, не знаю, пиздец. Блять, ладно, вырубаю, короче, я стрим нахуй. Пока. А чё, стрим был?